Юзер-баги. О, Тарас, здорово. Привет. Здорово, здорово. Как там у тебя дела, Тарас, еще? Да ничего, зашел их послушать. О чем говорят люди. Тут две муси, по-моему, с нашим. А тут четыре как. А где он? Там второй? Три муси нашего бьют, блядь. На второй? Да. Мочусь. Я тоже узлетываю. Слушай, я тогда, когда разбился, блин, я ж тогда зацепил это самое штахеля с пятата. Я потому разбился, блин, на фоке, что так выкрутил ручку, но я знаю, что грохнусь. Зато попал. Ты тогда смотрел по тебе. Вот так ее, блин. На пол 60. Два года гарантии еще не было. Это в районе 7 тысяч точек. А где? Где это? Суперов. Попробуй. Слушай, а что не купить Родион? Скажи мне, первый 560, они сейчас вот новую вышли. 4 гига памяти у них. А? А для Авиасима нормально она будет? Почему нет? У него хорошая быстрая память. Я просто слыхал, что Родион для симуляторов. Это ты еще СЛА бежишь. Да? У меня у самого было один раз АТИ Родион. Ой, блядь, штопор развалился, сука. Ну хорошо, я взлетаю же, приходи. Мы вместе полетим. Муся убил, блядь, по-моему, а еще. У наших кораблей тут замес как бы. Так вот, Олег, я тебе о чем говорю, что сейчас, в принципе, по большому счету, нету разницы. Да? Да. Я сидел обзоры читал, там буквально сравнивали ее с 1050 Ti, который тоже 4 гига на борту. Ты про что говоришь? Про Атишку. Видяху, видеокарта Атир 560, по-моему. Родионовская. Да, вот она, по-моему, 18 года, она новая. 4 гига памяти. А стоит она всего лишь 10 тысяч рублей, новая. Эх ты. Ну это прям по-сиротски нормально. Я же тоже считаю, что нормально. Да, понимаешь, многие родионовские видишь. Да ничего подобного. Ну да ничего подобного. Ничего подобного, Коля. Ну я не знаю, я себя как-то оставил, мне не понравилось. Это было давно, SL2 у них были, да. NVIDIA всегда дружила с SL2. А T-Radio никогда не дружил с этим самым, с играми. Он только с приложениями. Чтобы на Родион драйвера поставить, какая процедура? Там ебануться, да. Да никакого-то не надо, ля-ля. Давай ты сейчас про каталисты, что ли, говоришь? Тут я ж даже чуть не разбился, блядь. Не знаю, там, блядь, сложно ставить, я уже не помню, да. Ничего так же ставится, просто так же ставится. Кому что нравится. Я разбился. Так и я разбился, в штопор свалился. И я разбился. Да я тут халяву хотел убить. Какой-то мустанг садился. Дымный? Да. Это я, который его пробил, блядь. Да. Я думал, он упадет, блядь. Не, он садился. А я думал, на халяву сейчас рублю. Коля, ну 2 года еще как бы этого самого. Блядь, да что такое, блядь, ФБС? Да я рассуждаю просто. Это сугубо каждого человека желание, вернее, что может он купить, что хочет. Это дело хозяйское. Ну и тем более в районе 7 тысяч, не 10, ну пусть она... 10.60 она не 10 стоит, но она дороже значительно стоит. 10.60, я тебе говорю, бэушная, 2 года гарантии у нее еще есть. В районе главное, чтобы эти самые, не выебли эти майнеры. А ты купишь. Я понял. Да 10.60 для майнеров она нахуй не нужна, блядь. Ну здрасте, это сейчас она не нужна. Да и тогда она, блин, она слабая для этого, Коль. Они здесь и 70, по-моему, начинали. Ничего подобного, здесь 60 вообще тоже крутило. Что, ну, ты, что ты говоришь, блин? Я вот 1070 тогда еще и не было даже, по-моему, если не ошибаюсь. Как это не было? Когда сначала выходят бренды, а потом вот эти все 1060, 1050, всякая пиздота, блядь. Сначала выходит 1080, 1070, сначала эти, блядь, флагманы выходят. Когда 1080 вышел, скажи мне? Блядь, они вместе, в прошлом году. В это же время, блин. То есть перед Новым годом. Надо посмотреть, у меня на этом лежат. Мне тут присылали это NVIDIA, блин, эти всякие там
У тебя какая карта, Коля? Ой, да у меня старая карта, 1070 у меня. Ой, какой 10, что я несу-то, блядь? 770-я, блядь, GTX. Вот, блядь, я разбился, сука, и записали победу какому-то хую, блядь. Из-за того, что я в штопор упал, блядь. Ну, он же последний тебя попал, наверное. Так, Мишка. Да. Он попал там чуть-чуть. Олежка. Ну да. Где вы все? Взлетаю. Где корабли наши, блядь? Ты на кораблях, Олег, ты. Я на филде взлетаю. Я тоже взлетаю. Я взлетаю вправо, к морю. Угу. Вот я выруливаю. Сейчас чуть погрею. Бля, ну там так нормально стало видно, бля. Ну отлично, братцы, это же очень хорошо. Дай бог, дай бог. Ну, да, это вот блядь, после обновления, да, можно, было блядь. Недавно. Вчера я обновлял это. Да. Да? Ты где, Олег? Я вот вырулил. Сейчас, я еще пока. Ой, ё-моё, сколько синих-то, ядрён батон. Так понабежал, посмотри, сколько народа. Только зашли, блин, никого не было. Пиздец, это все из-за меня. Мы с Андрюхой как заходим с клевером, так все. Начинается анфлаг. Не пугай меня. Ладно, клевер, понятное дело. Ну ты, блин, такие вещи. Ты заболел, что ли? А в смысле, такие вещи говоришь? Да. Это я у него научился. Заразился. Вот я и смотрю, влияние ненормальное. Да. Андрюха грузанул меня. А где ты вообще подцепил его, если секрет, конечно? О, это еще есть, по-моему, со старичка, что ли, не помню уже. Да, со старичка. Уже лет 10, наверное, знакомы с ним. О, блин. Не мыл было вообще. Так вот. Слушай, вот Завара я помню в старике этот ник, блин, он летал. А вот его клевера я не помню. Как-то я не знаю. Правда. Ну просто такое, знаешь, он всегда был слабый. И в старичке, видишь, и здесь он. Никак ему это не придет, это, даже пора бы уже с годами, все лучше, как-то он, у него не откладываются какие-то истины. Мы сначала с Сапсаном думали, что он как бы юный подаван. По голосу? Ну да, я тоже думал. Вот этого поведения вообще, понимаешь, такое вот. Да, я думал ему до 30-ки. Да, он такой, знаешь, я думал, как ЦМФ, наверное. Не, я думал даже младше. Ну может, ну нет, ну я думал ему до 30 лет вообще сначала. На нашей второй серии есть у нашего? Олег, блин, думаю, блядь, брат старший, что ли, нихуя не пойму, блядь. Так. Мустанг идет от второй серии к третьей, на берег идет. Высота у него 1000, иду за ним. Завар, ты знаешь, что я скажу? Вот ты. Говорил я, давай к морю взлетим, а ты куда хуй пойдет, скажи мне. А я его просто после взлета увидел уже. Села, то есть. Ты видишь маркер или что? Маркер вижу, да. Но я уже и вижу силуэт мустанговский. Он идет к канапе, я так понимаю, да? Идет сейчас к началу гор. Блять, а я здесь высоту набираю, блять, никого не трогаю, сука. Ну я тебя тут не вижу, он встал вроде как в левый вираж. Я в море отошел. Ага. Мы сейчас. Ну, давай, возвращайся. Ну. Да возвращайся, я же на фоке, мне же хотя бы идти надо, еще, блин. Он намерен воевать, я смотрю. Да. Наверное, ЦМФ. Не знаю. Под другим. А, нет, щеманулся, блин. А я вообще никого не вижу здесь, в Анапе. В разгон прошел. С 1000 метров в разгон? Ну да. Куда он там разгоняться собрался? Я тоже в разгон. Нет, стал вираж, он, наверное, потерял. На фоне земли же не видно. Не-не-не, мы в районе между второй и первой целью. Второй и первой? Да. Фу, второй и третий. Второй и третий. Наши, да? Да. Так, слушай, блин, тут еще есть спидфайр еще, ё-моё. Ладно, к хилду ты не можешь вернуться?
Да я уже, не, я на 6-6 сижу. Тебе Коран не позволяет, я так понимаю. Да, да, да. Надо мной спидфайр. Он сейчас подходил. Так, ну я тогда пойду, у меня 1200 только. Ты так не увидишь нас, мы слишком низко. Я на трешке около вас не вижу. В нуля, в жестких. А нельзя к филду оттягиваться, а? Ну никак, совсем. А как, я оттянусь слева, у него на 6. Да брось ты его, если тебе сейчас спидфайр будет атаковать сверху, тебя убьют. Ты не учи Олега воевать-то. Я у них у обоих на 60. Спидфайр какой-то такой, видать, тоже нуб. Наверное. Ну вы подходите с вами, спидфайр он пикирует постоянно. Парни, линейку подобрать. Надо ли свой компьютер или можно линейку взять с вами там на другом компьютере поддержать, работать. Вы скоро там? Да иду, я Танапу иду, а Танапу куда-то только идти, это вопрос, сука. Я прям по нулям ко второй цели. По нулям ко второй цели. Сейчас я отвлечу, подойду. Так, филд вижу. Я просто спита уже потерял, где-то надо мной сидит. Пытается спикировать. А ты на чем, на мессере? Да. Миша, Кир, а ты где? Да около второй цели. Ну, блядь, и вот. Я их не вижу. Вот, и вот я сейчас стрелял, пробил мустанга, не видел по нулям? Мне кажется, завар что-то путает. Ну ли я это не совсем там. Пойму, блядь. Пустые дорога, блядь. Так, все, я задымил его, за мной спецфайр. Вы видите белого. А, все, мустанга записали уже. Спид за мной бежит в сторону филда. Короче, пока мы долетим, он как-то сбивает уже. Ну вы где сейчас, на второй? Куда мне потащи его? Я вот Тумаган вижу между целями, второй и третий. Вот это мустанг, да, мустанг упал сейчас. Вот в районе в этом, я со спитом. Иду туда. Скажешь, когда будешь рядом, возле дыма, я развернусь. Я вообще нихуя не вижу. Да я вот дым вижу, а их не вижу. Сейчас я подхожу к дыму, разворачиваюсь обратно. А то вы меня так не найдете. Тащу прям к дыму по нулям. С нашего филда. По мне стрельба уже, видите? Нет. И я не вижу. В нулях. А, ай, бля. Попадает говнище. Ну когда стрелял, я не видел. Все, я прям возле дыма. В нулях. Да мне еще до филда, блядь, влево надо завернуть. Вижу. Говори, куда мне его? Вправо. Вправо? Бля, он меня тут бросил. Он, наверное, тебя спалил, что ли? Хер его знает. Он вверх, да? Вверх. Он вверх вправо пошел. Как будто он тебя услышал. Я сапсал, блядь, я только взлетел на путь. Ну что, заберешь или мне садиться на него? Работай. Лобовую вот расходимся. О, лобовую не надо. А, все, вижу тебя. Сажусь на него. Я выше буду. Я вижу, ага. Вижу какой-то контакт севернее филда, блин. Ага, севернее это я, блин. О, хуй ты там делаешь, блин. Я под тобой. Я стреляю, смотрите, зелеными. Должно же видно быть. Фокер тоже, да, Коля? Да. Меня видишь? Я вот на солнце. Работай с проходом. Неудобно, вижу. На солнце иду, видишь меня? Нет. Ну что, мне может выпрямиться, ты снимешь что-то? Да не, работай, я опять его потерял. Блин, ну в этом же месте, ты сейчас нырнул, да? Блин, сейчас подставишься. Ну я уже на филде, блин, же. Я не нырял. Я уже отфилд. А, это два спита, ядрен батон, бегу к филду. Ты... На солнце пиздец, считай, так понимаю. К филду бегу. А, все. 500 метров. У меня двое. В районе второй нашей наземки, да, Олег? Ну, был, сейчас бегу уже к филду. Два спита сзади. Высота? Ноль, вот. Жесткий. Сейчас я вас встречу. Я вам навстречу лечу. Давай. Идут? Нет, не вижу что-то. Идет один как минимум. Да?
вверх пошел. Окей. Тусит, походу. Ко мне, походу, один руль только остался высоты. Второй бросил точно, да? Коля, ты у меня справа выше. Я в ноль один на меня заходит, я к третьей цели плавно иду, а второй... О, не-не-не, один за мной так идет по нулям. Шкерится, да. А я тоже булки расслабил. А, вот, все, увидел вас. Я к тебе. Давай. Блин, я уже расслабился такой, лечу. Да. Вот только что пошли, да. По-моему, он бросил тебя, да? Вот да сейчас да, бросил, да. Он прям над лесом сейчас, не над большим, а кусочек леса. Я вправо, посмотри, там за мной. Так, идет? Кого-то вижу. Сейчас пока не вижу. Я а то боюсь потерять его, эпидирую его. Да я вижу дыбу только на цели, больше никого не потерял. Он над лесом прям, над лесом. Да? Подожди, это я выше Коли, наверное, прошу. Коля, а ну глянь у тебя на 5 часов. Выше. Бля, вижу потерял. Тебя справа сзади ты у меня. Да, а, да, вот да. Он. Да я не вижу. Не вижу пока. Ну, в сторону, в сторону филда сейчас. А, он сейчас мне в лобовую ходил. Олег, где вы? В каком районе? А, прям чуть-чуть восточнее филда. Километров 10, наверное. Ух, низко. Мы уже ушли, надо обратно идти. Мы возвращаемся, да. Я ж тут бегаю от него. Нули, да? Да, там жесткие нули. Ух ты, тут еще кто-то ядрен батон. Я под атакой. Бегу к филду. Тут два спита у меня опять. Ай, бля. Нуля. Бегу к филду. Жестких нулях. У меня два спита сзади. Ага, вижу. Теперь вижу. Один идет, один остался. Там, блядь, он потерял. Второй присоединился. Бля. Попадает. А что ты под зенитки его не затащишь? Ну я бегу. Ой, просто. Блин, я мимо филда проскочу, ё-моё. Точно бросил? А то я опять тащу. Да. Мы в лоб вот расходимся. А. Я вверх, он подо мной. Вижу, закажу. Он вон зену поднимает. Ага. Так, ну их так же осталось двое, да? Или один? Я только одного вижу. Да, вроде один. Побежал, короче, он развернулся немножко на север, к тебе, что ли, не пойму. Я у него на шести, и он меня, походу, не видит. Как хорошо, когда не видит. Но он на солнце сейчас. А, он за тобой идет, да? Сейчас я его срублю. Сейчас срублю его. Ну, ты далеко. О, блин, заметил, что ли? Блядь, заметил. Да. Чуть-чуть восточнее филда. Сейчас в левом вираже мы, в нулях. Опять филдон развернулся. Вон кого-то вижу. А, вот подо мной проходит в левом развороте. Опа. Да, тут сейчас. Внимание, тут два фила, тут два. Кто сейчас у филда? Фу. Два их, да. Вот у кого-то на шести, и он у него шесть. Там у нашего шесть. На шести у испытала. Ты сверху падаешь. Не, я в нулях иду. Я падаю сверху на спита. Бля, ну он зрячий. Опа, я подстрелил хвост, да. Спит падает. Оп, да, блин. 6-6 у кого-то. У меня, да? Не. Брат, Женя, стреляй с фоки через правую фоточку, очень удобно. Я вот как начинаю стрелять, очень хорошо получается. Как только через прицел, все, блядь. Так, я вижу что-то еще там сзади опять. Какая-то возня. А кто на меня сейчас заходит? Только ты? Я ведь. Я вот сейчас вправо переложил. Я влево. У меня спит 6 и вижу. Низко? На меня 6. А ты? А, вижу, бегу. Плотно садится. Ага, давай вправо. Разгоняйся. Вниз, да. Блин, я так не вытянусь.
Ай, так срубит он тебя. А, ой, блин, врезался. Он в тебя въехал. Врезался. Он в тебя врезался. А он живой! Не-не, он без винта, надо добить его. Пока не выпрыгнул. Халява. Ты добивает, пускай. Ага, да пускай он добивает. Он не добьет, он же это сам. Блин, добивайте, ребят, я проскочил. Стреляешься? Да, добило быстрее, быстрее. Ты упал. Что подобрать? Какую линейку? О чем речь? Какая линейка? Не, линейка памяти. Планка? Да. Планка. Большая разница. Линейка — это логарифмическая линейка, а планка памяти — это планка памяти. Ну ты же понял. Я не понял, я как раз хотел спросить. Я тоже не понял. Память лучше одинаковую покупать, парами. Ты хочешь что, узнать какой диапазон? Не лучше, а обязательно. Конечно, ну я имею в виду, конечно, обязательно. У тебя процессор AMD-шный стоит? Да, да. Вот. И что ты хочешь? Ты хочешь увеличить память? Да. Добавить? Правильно, берешь планочку и идешь покупаешь. Только чтоб все совпадало до миллиметра. Нет, поскольку... Я имею в виду, частота, все. Да, ты еще один про миллиметры. Я ж задумался, думаю, неужели они разного размера, блин? Идите вы нафиг. Блять, да это ж так я сказал, чтобы, в смысле, чтобы все совпало. Я ж, блин, в ступоре, блядь, думаю, я понимаю. Ну что, я говорил, как вот у меня... Ух, братцы, у меня 6! Блин, я сел уже. А ты где? Я не сел. А это мессер меня обстреливает. Давай его забирай. А не спит. Где? Я к филду иду, у земли. Я лечу, тут никого не трогаю. Нас уговаривают, да? Да. Линейки. Достаю, меряю. В нулях, бля? Да, в нулях. Подожди, кого-то вижу. Ой-ой-ой-ой. Все, хана, мне выбили все. Как ты от спита уйти-то не мог? Ты на какой скорости? О, я шел в нулях, вообще в нулях. Ну на какой скорости ты ходишь, а тебя спит догнал? Я не знаю, 400 я шел, наверное, где-то. Да 400 это не скорость, бля, ты че? 550 надо ходить у земли, блядь. Да. Я снижаю скорость. Да. Саша. Закрой дверь, я летаю сегодня. Коля, где он? Блядь, Коля хуй слышит, нахуй. Да слушай, мне тут жена в ухо дует. Так ты или играешь, или... Я летаю! Ты не могу бросить, Наташ, уйди! Сразу! Ты вот пользуешься тем, что я тебе не могу... Я не знаю, куда делся спид, но у меня выбил все, блин. И движок, похоже, повредил. Да где-то в нулях, наверное. Ну иди к этому, к филду. Может он на тебя сагрится? Иду к филду, естественно, иду к филду. Но у меня скорость 450. Я тут кручусь, блин. Я уже у филда, вот я филд, даже вот он у меня перед носом. А кто-то горит. Это может он упал? Слушай, может он упал, конечно, в лесу, когда я там по полянкам уходил в этой в змейке. Раскачивал. А я потом по TeamViewer посмотрю. По TeamViewer хуёво, лучше по TeamViewer. По TeamViewer охуенно. И померить линейки надо еще заодно. Да. Добрый вечер, парни. О! Добрый. Добрый. Завар, ты-то живой вернулся, нет? Да. Ремонтируюсь. Ну, козлы, блин, на меня бросили. Да меня просто уже и БК научился. Кто знал, что ты со скоростью 400 летаешь, блядь, нахуй? А я вообще лечу, я к филду лечу, как бы никого не трогаю. Блядь, нахуй. Никого это самое нету, вроде было хорошо. А тут такая очередь, блин, ёк-ковалёк. И вроде как зеленью показалось, кто-то нагадил. Потом... Так, контакт вижу, сейчас буду стрелять. Я захожу на филд, блин, кого стрелять? Ну я рядом, там можно, блин? Совсем пипец. Так, а какой-то мессер, что взлетел, а дальше что тут надо крутить ему, чтобы он не заглох? Нажми винхом и нормально.
Да, стой, стой, только шаг винта поставь, сейчас это самое. Какой? Автомат. Как его ставить? А-а-а, блин. На, я сейчас на себя. Не могу сказать, я сажусь. На себя его. А он, наверное, не знает, где это самое, на себя, что на себя. Автомат пусть поставит, С. На кнопочку надо назначить. Жека, ты у меня хорошо в прицеле прошел. Я прям, вот прям чуть-чуть такой прям... Я авиашоу тебе показываю, блядь. Не надо авиашоу, мне бы приземлиться авиашоу. А радиатор тоже на автомат ставит? Да, пускай на автомате да, ставит. Вверх. Не трогай его. Ну, вообще. Ё-моё, неужели запишут ему меня? Точно запишут. Почему? Поломался? Что, разбился, что ли, блядь? Да, у меня шасси сломались. Ну и что, да шасси, пофиг, шасси ремонтируешь? Ну как я живой, если они сломались? Нет, а, ты... взорвался. Ты умер, что ли? Взорвался? Ну да. Та-да-да. Коля, ну как, блядь, можно... Ты отдать... в его списке. Да потому что ты пролетел. Да ладно, я пролетел, блядь, 100 метров выше тебя. Ага, 100 метров, блядь. Олег, отстраните его, нахуй, на неделю от полета, блядь. Козлы, да. Блядь, бросили, блядь. Я вообще не знал. Слушай, вообще бред. А смотри, а мне того не записали, которого я развалил с пита. Прикинь? Ну, значит, понял, значит, его кто-то у тебя спиздил, блядь. Как так? Он прям у меня развалился на глазах, падал разваленный. А при взлете какой должен быть здесь шаг стоять? Ну, поставь шаг автомат пока. Еще не надо автомат. Там как его поставить, автомат? Yes. S нажми, и у тебя кнопочка. Какую, русскую? Нет. Английскую. Английская S. И у тебя слева внизу... Под рудом. Да, под рудом, там рычажок будет прыгать. Вперед-назад, вперед-назад. Подожди, вот человек только взлетает учиться на мессере. Какой мы сейчас ручной шаг? Ну, когда ты выключатель, должен на тебя смотреть. На тебя это шаг-автомат. О, а у меня 3 потери. Я 2 раза взлетел, уже 3 потери засчитали. Это шутка, что ли? Ну, ты эти слоты меняешь, блядь. Ну, перепрыгиваешь со слота на слот, Коля. Это все хуйня. Это в стату не пишется, блядь. Да мне похуй вообще достат, если честно. Я же говорю, тоже, я уже как-то вот, я слушал сегодня этого парня, и вот, Юрий, я вспоминал, я охуел, да? старость, юность, когда вот с этими, вот эти вот полеты были, когда вот АДВ это было, там действительно стата была, там вот это, знаешь, летишь, помню, лечу с дежурства, блин, после суток, блядь, за этот джойстик, жена, Старичка? Да, а ты чё? Кто из наших есть, нет? Хороший пиздец, просто так. Сейчас залечу. Я понял, старичка чуть ли не ночевали. Группа до сих пор актуальная. Под рудом такая штучка, там переключатель, чик-чик вперед. Вот такой, знаешь, серо-черного цвета. Все, вижу. Должен на тебя, на тебя должно быть положение, это автомат. Так там подписи же есть. Ну, да, ТМВ-50 не забудь включить, а то движок встанет. Пиздец, не засчитали мне этого спита, ты прикинь? Че включить? МВ-50. Это что такое? Брат, тебе надо... Коля, объясни человеку, потому что я в воздухе. То он сейчас летит, блядь, у него бегло станет, блядь, упадет. Ну да, я просто так уже несколько раз улетал, он у меня что-то клинит, блядь, я не пойму, что ему надо. Правильно, потому что ты не включаешь шаг. На ручном шаге надо летать на малых оборотах только. Нет, это подожди, пускай на автомате, потом ручной шаг уже будет это сам. Ручной шаг, правильно, я Заварыча слушал, действительно попробовал на оси, все-таки действительно лучше на оси. Что на оси? Шаг ставить, чтобы он толкнул, действительно, раз пошел вверх или раз пошел вниз. Все вот это... Короче, у Завара есть целая теория по этому поводу. Да нахуя, блядь, у меня стоит на хатке, как и в реале. Это дольше, поверь. Да я знаю, но в реале у него на ручке стоит, на руке. Ну да, у меня тоже на ручке стоит. Я так себе назначил. Ну а дальше что, взлетаем? Я пытаюсь... Подожди, взлетать. А что нам? Че, Миша, ничего не давай сейчас. Тебе сейчас лучше адрес дам стрима и покажу все из своей кабины. Взлетел. Да это я потом и сам посмотрю. Да? Ты куда взлетел-то? Ты шаг везда поставил автомат? Это я. Под рудом. Есть? Да, поставил. На себя. И вот смотри, где прибор высоты. Да, где прибор высоты. А вот где МВ-50, она находится прямо под... спидометр, прибор, который показывает скорость. Первый не, прибор включать. Высоты, прибор высоты. Я же говорю. Да, прибор высоты прямо под ним. Е латинское включает МВ-50. Да, его сразу включи этот тумблер вправо и все, и больше его не трогай. Он включается автоматом при скорости при 100% оборота. Да, понял? Английская, да. Миша правильно сказал, чтобы не искать.
Так, сначала в простом редакторе надо было научиться взлетать, тут, потом на сервер. Да не, я просто никогда не летал. Я только летал. Так, ты стабилизатор назначил? Переставной. Ну, триммер типа. Ну да. Вот, теперь его надо поставить в положение, чтобы двоечка загорелась. Вот где цепь грузится, звездочка. Двоечка, да? Двоечка должна быть при взлете, да, иначе вот так, его и так задирает. Двигатель запустил? Да. Ну теперь Ctrl-E нажимай. Ты видишь? Я шучу. Я видел два контакта, вышли на ворос, но я не пошел за ними. То, по-моему, наши пошли туда. Я около Анапы. Около Анапы, высота? Два. У меня полторы, я сейчас тоже подойду к Анапе. Я потянулся за этими, за этой парой, ну, я не знаю, кто это, я тут не стал туда идти. Блин, так обидно, так я хорошо спита развалил, блин, а? Да, я видел. Просто классический, блин, и над тебя обосрали, блин. Надо как-то было сохранить. Интересно, а кто его похавал у меня, а? Пизда, там же куча летала. Да кто куча, только ты. Не-не-не, возможно, я, потому что я рядом с тобой летел. Я не стрелял. Я по нему не стрелял, я не успел, он упал. Возможно, я, потому что я рядом с тобой летел, тоже стрелял. Хотел его спиздить у тебя, но, блядь, не получилось, блядь. Ну, зато завар, блядь, подрезал. Блин, потому что... Извините потому что... меня, ну сколько ненужного базара? Пришли спасать. У меня три написано, скорее всего, мне, да. Это их добрые люди, блядь, что делать? Так, ну что, я вылетаю. Там, короче, на первый цель долбят. Там их, кстати, много, можно пойти так, туда. Савар, куда пойдем? Ты какой у нас номер бортовой? Не знаю, вот я поехал. 44-й, ну что, дождешься? Миш, ты прямо на донатой? Так, я взлетаю. Олег, дождешься или сам поедешь? Ну, я филдом могу полетать. Ну, я просто запустился уже. А, ну давай, да. Хочешь, можешь лететь. Ну что я там один сделаю? Давайте все вместе пойдем на первую цель. Раптор, ты где? Да взлетел там что-то. Давай с заваром, вставайте в круг. Так, я вижу за мной контакт какой-то. Слышь, подхожу к канапе от гор. Вот зеленка контакт. Здесь два Миши, Раптор и Пир. Ну это я. Так, вот кого-то вижу над горой. В левом вираже это я. А, не вижу в каком. В правом вираже. Вот на моей высоте сейчас вижу. От Анапы иду. А, все, вижу двоих вижу. Троих вижу. Один выше всех. Ты где? Я вот над горой. Так, ты крутишься с кем-то? Вот на кого-то заходишь? Не-не-не, я не крутюсь пока. Я вот к Анапе подошел. Значит, смотри, у кого-то двое. У тебя два снизу идут. Контакты. На кого-то двое заходят. Я на последнего буду сходить. А вон вижу сзади. Я думаю, что тут двигатель не спускает? Потому что кратко. Ты разошелся, да? Куда поедем, Олег? Да предлагаю на первый. Там опа, у нас фил под атакой. Ну, он высоко. Да? И он там не один, похоже. Шесть. Падаю вниз. Да, вот я спит. Пытаюсь на него. Залетел, Шанрюх? Тебе стрельба, Миша. Андрюха, взлетел? Сейчас нет, сейчас взлетаю. Ух ты. Двойное 6, блять, как я их наебал. Вот тебя сняли? Пил тут падает. Не, кто-то столкнулся там. Олег, иди, мне надо перезайти. Кто-то снял у меня 6 Да. У меня 6. А где? Она. А высота? 0. Бегу. 0. Блять, снимаешь их, потом килы перейти. Блин,
Ну я потом тебе с получки отдам, что ты там. Нет, блядь, роголовка еду. Я вообще так понял. Да я с витам, блядь, ну он, сука, хвост отлетел, но надо идти, надо идти. Кто-то с ножками летает, Миша, ты летаешь с ножками на месте. Да, да. Буковка У, нажми английская, Ульяна, нажми и вырубится. Да, сука, я в него попал, блядь, а ему похулил, блядь. А это другой. Я с ракетницы взял, правда? Не пойму, это начало миссии, что ли? Что-то как темновато. Да. Угу. С пята веду крылку. Блять, двоих. Где ты, блядь, проходишь? Че он так это, блядь? Так это. Не отстает, блядь. А скорость у тебя больше, чем 400? У меня скорость 180, блядь. Что делать? Ну, тут подобрать их на любом компьютере можно посмотреть, как они работают в памяти. Дело, ты как их подберешь? Тебе нужно просто посмотреть, чтобы они были по таймингам одинаковые. Да ну я это понял. Ты сейчас по таймингам, они по всем должны быть. Ты сейчас сидишь на компьютере, с компьютера и с телефона. На компьютере. Вот возьми и посмотри, как подобрать в модуле памяти оперативной. Почитай немножко в интернете, и там будет все написано. По таймингам, по частоте. И по DDR3, я так понимаю, у тебя, да? Нет, DDR5. Чего? Да ладно. DDR3, самый новый DDR4 у тебя, может быть. У тебя какой сокет? Да, DDR. Ну вот и все, значит. Да, они... Ну да, DDR4 быстрее. И там нет, можно по 16 планки ставить. Да. У тебя сейчас сколько гигов? Не одной планки ставить, а одну разделу. Слушай, я читал, ну не знаю, как ты КСу, что в последнее время теперь эта двухканальность, она как бы не особо роли не играет. Сейчас... Она и раньше не играла. О, привет, Дек. Да, ну, супер, вот такие прямо офигенно прям. Все супер, претензий нет. Вчера, конечно, я был прямо огорчен. Слушайте, вы огорченные, вы где вы? Да сейчас мне тут поссать приспичило, вот и сюда летаю, кружусь. А ты что, прям в окошко что ли дуешь? Ну да, у меня все с собой. Я тоже хочу. Я в бутылочку тоже все с собой. Ну, это у меня такая свинья. Куда они подевались-то, а? Мишки, пиры и рапторы, вы где? Я рядом с аэродромом. Я рядом с аэродромом. На 1000 метров. Учусь на месяц летать. Ага, ну дело благородное, пойдем летать. На нем даже проще летать, чем на Спитфайре. Андрюх, ты подключился? Сейчас буду подключаться. Ну короче, я пойду на первую цель, скорее всего, они там ее шкрабят. Мне уже написали этого спита, который Миша, я на шести был, которого я убил. Ага, отлично. Ты видишь, тебе записали еще и моего спита, который ты... Да я в твоего не стрелял. Да не, это мне, скорее всего. Я понял, что мы вдвоем с тобой стреляли по нему. Я вообще тогда не стрелял, Коль. Я из пушки стрелял, а ты из пулемета, да, стрелял? А я всего сразу. Ты на фоке? Да. Ну я понял, что зелень тоже летела. Очень хорошо попадали, просто его, блядь, порвало. Ну, одновременно, скорее всего. Да. Так, у меня вас тогда два. Ты где, Раптор? Да, у меня мотор стуканул. А ты что, перегрел? Перегрел, скорее всего, на максималах ходит. Так, радио, все. Да не на первой цели. Пошлите все вместе на первую цель. Отсюда курс 85. 70. Аккуратней там. Можно поставить кнопочку, чтобы радиатор открывался. Так, я, наверное, сяду, Олег. Я все-таки крыло пробито. Ну давай. 100%. Я как Лев буду там. А что у меня за хрень? Давай. Где ты там, заварыч? Я выдвинулся отсюда курсом 70. Иди. Ну мало, тут ДКС, у него может быть. РПО, блядь. 70? Ага. 70. Вот видишь кучу, большую кучу мяса, значит это мои. Понятно.
Слушай, я на месте Икса, вот, да? Молодец, Серега, он как бы он терпит все эти капризы, что-то подстраивается под нас, блин. Он, кстати, тебя сейчас слышит. Привет ему передавай. Чего? Он, кстати, тебя сейчас слышит. Привет ему передавай. А, он стримит, ты стримишь, да? Ага. А, ну вот, Серега, а, молодец, привет. Спасибо. Метки, скажи, обалденно. Я уже сказал. Молодец, молодец, парень, блин. Вот он, знаешь, терпение у него есть, молодец. Не то, что некоторые. А с нами терпение нужно адское. Мне всегда нравится его разговор. Так, знаешь, спокойно, так флегматично, что-то начинает там рассказывать. Ты знаешь, вот так вот, блин, это думает, что а чё нервы рвать-то? С дураками. Не говори. Это самое, что на собаку в ответ лаять. Не так, как Андрюха, да. Нахуй, блядь, нахуй, блядь. Вот СМФ, он, конечно, это самое. Ну, нервный парень, но надо отдать должен. Как бы и как инструктор такой достаточно прекрасный. Лучше нету. Да, лучше нету. Вот такой парень молодец. Он грамотный, но нервный. Ну, слушай, только за это и терпит то, что он грамотный. Был бы другой, давно бы уже нахер послали. Приехали бы в Москву и закопали, придурка. А так он в этом плане, конечно, неоценимый парень. Я сейчас вот летаю на ручном шаге на скорости 600. Фига ты даешь. В горизонт еду. Отлично. А по-моему, на ручном больше 2,5 нельзя оборотов давать. Желательно. У меня ручной шаг, и у меня сейчас 2400. Вот. Это до 2,5, по-моему. Я уже забыл по ТТХ там как. Вот я вот хожу 600 почти. А что ты стал на ручном летать? А, чтобы не грелся движок. Он не греется, а скорость 600. Слушай, ну здесь можно вейп крякнуть. Без МВ-си, да. Как, МВ-ху не включаешь, полный раз. А надув какой тебе сейчас? С МВ-хой. Надув какой? 1.8, да. МВ-ха включена, но она как бы не... У тебя 1.8 сейчас? Да, я же тебе говорю. Нифига себе. Скорость 600 вот летаю сейчас я. 1.8, вот по обороты 2.400, понимаешь? Понимаю. А у меня почему-то так не получается. У меня наддув. Ну да, хотя нет, вот пошло. Короче, вот часы, которые видишь, на часах ставишь 9 часов ровно. Понял, про что я говорю? Я понял, про шаг винта ты говоришь. Да. Вот 9 часов ровно ставишь их, и все. И газ в пол, и летаешь, хоть я потестировал хоть час, хоть, ну пока топливо не кончится, он не греется, и скорость держит 600. Но у меня получается 2,5 все-таки. А надув можешь давать полностью. Да, до конца. Ой, обороты 2,5. Но ты выстави их 2,400, ёпта, боль. Если выставлять 2,400, то, блин, ну, падает. Ты... Не тормози, ты поставил ручной режим, и ты как-то специально... А я что делаю? Я то же самое делаю. А почему тогда у тебя не получается? Ну не знаю, вот у меня не получается, у меня 9 часов не получается, а надув вроде полный, блин, не знаю. Я ухожу в первой цели, есть кто-нибудь еще? У нашей цели? Или у ихней? Это у нашей. Да я тут летаю по нулям, но тут нет никого похожего. Блин, а я... Дай-ка я попробую. С такой скоростью, что... Давно не летал. Да не надо на фуке лети, ну фука хороший самолет. О, вижу, около первой цели, атакует кто-то. Отчет. Отлично. Только я пока не вижу. Нет, на юг. А я куда улетел? На юг это я. А ты где, надо мной? Вот с тобой прохожу. А. Так, я отойду. Это я был. Но... Феся, ты с высоты видишь меня? Видел, теперь уже нет. Круто. Вот я на цели. Ага. Я вот по нулям в шкере иду, может, по нулям пробьется. Нифига. Никого нет. Слушай, ну я видел, что атаковали. Так, нашу... кто-то, да, есть по нулям над наземкой. Видишь, да. Я думал, ты. Все, я иду к нему. А я, блин, уже у Крымска, блин, улетел. С такой скоростью ношусь тут, блин, на ручнике, блин. Вводи номер телефона. Мустанг. Я захожу на него. Давай. У меня теперь на Киевстар. Так,
промахнулся. Я видел. Серьезный чувак, не убегает. Заходи, заходи еще раз, мы под тобой сейчас. А я его не вижу. Ну давай, сейчас я сделаю заход. Увидишь, зелень. Захожу. Пробил. Видел, зелень? Немножко восточнее на земке. Еще раз пробил. Жесткие нули. Не нашел? На земку вижу. Немножко, немножко восточнее. Ну я сейчас уже буду доедать его. На закрутках уже стоит. Жень, а ты где? Ушел. Раптор, ты где? Все. Да здесь. Доводится только телки, брат. Ты запускаешь двигатель. Ты далеко от падения? Я прямо около цели. Около первой. А, тебе дым видно? Я просто в нулях не знаю сейчас, где цель. Сориентировался. Да, ну, нашу цель вижу. Я прямо на дне. Не-не, вот дым, где упал мустанг. Восточнее падал? Ну да, дым не видишь? Сейчас, подожди. Просто не могу определиться, где я есть. А, все, я на цель, да. А, нет, это не цель. А, цель, да. А ты на какой высоте? Двойка. А, высоко. Тут вижу дым посередине, какой-то горит. Ну, это мустанг, да. А, блин, я на 4000, вот вижу этот дым. Да, да чё? Ну, сейчас буду подходить туда. Я справа. Я, наверное, пройдусь по нулям к филду, в сторону филда. Ну, что, крадется. В сторону филда я от Крымска только шел. А, ты от Крымска идешь? Да. Никого не видел. Блин, там взлетов много, где же они все шпирятся? На Крымске вообще ни одного взлета не видел. А там 6 или 7 взлетов. Я сам на филд ходил, думал, что может кто-то сейчас взлетит. А мы его поймаем. Я высоко пришел, чтобы не стрелял никто, но нифига никого не видел. Ладно, сейчас на ручной переходим. Слушай, действительно, да, не греется. Ты прав. Но жрет топливо. Да пофиг топливо, что ты его покупаешь? О, еще один был. И быка не надо жалеть, гасить. Я сказал, что за экономию топлива будут давать деньги. А, ну если будут выдавать, то это меньше. Так. А что если нам сейчас... Подойдите к второй ихней цели, к первой ихней цели. Чё порожником тут летает, вас здесь тут нету? Пойдем туда, может быть, пошкрабим чуть-чуть. Нет желания? А пошли к Крымску, может лучше Крымск бахнет. Крымск. Может, появится. Блин, ну я захожу. Ты куда? На ихнюю цель. Чё порожником-то летает? Это ТК-18 квадратный, еще посмотрел. Есть одна зениточка. Там вы видите белое поле. Там где-то фура, где-то, блядь. Нет? Вон зенит. Подойдете? Прикройте? Да, ну я иду от нашей цели. Да-да-да, все правильно, все правильно. Прикройте, я тут. А. Ну когда четвертого убьешь, скажешь, хорошо? В смысле? Зенитку четвертый убьешь, чтобы спокойно прилететь. Понял, понял. Так, вы подошли, да? Да нет. Подошел, это... А что по тебе зен не стрелял? Я рассчитывал, на что он тебе зен откроется. Работает. Работает? Вот сейчас работал. Смотри. А, по тебе. Где я остался?
Вон они. Ага. О, Икс пришел. Приподнял бы ты ее. А, ты заходишь или? Ну вот, прошел. Одну задел. Северную. Ну, с пулемета ты ничего не сделаешь. А, да? А у меня процент точно. Ну, проценты, да. Я бы на фил посмотрел бы. Сейчас я тут с расслабленными булками летаю. Захожу на последний. Давай, вей. Только пушка вей ее. Пока на меня смотрит. Помахнулся? Не, не попал. Рядом вроде легло. Я на аэродром смотрю. Давай. Я совместный курорт, что ли? Пушка с пулеметами? Нет, как одновременно просто сажу. А. Ну что там с филда вообще никого не вижу, пусто. А, ты уже там караулишь? Ну да. Только что всем зено резать-то толпой? Я отсюда вижу там. Бля, цепанули трошки меня за низочка. Все, Андрюха, подходи, Андрюх. Да, хорошо, я понял. Все, взлетел кто-то севернее. Ты идешь? Ник. Ну я иду в дом. Двое, там их двое. Давайте, я тут отсвечиваю, гасите ее. Они на меня повелись. Захожу на нее. Подожди, пускай отойдет филда. Сейчас пуганешь его. Над первой, над их ней. Пошли на север. На север оба пошли по нулям. Хотят спрятаться от меня. Я увидел, походу. Ты у него на 6 по нулям? Да, да, на 6. А. Я может двое там. Тогда вали его на бок, ломай его писюн. Я смотрю, уже Мишаня лупит там кого-то вообще. В зелень стрельба. Ну, у него плотно сидит. А второй? Да это нет, я думал и двое это. Свои. Опять. На зеленом фоне. Самое интересное, я твой маркер вижу. О, сзади, смотри. Вы прям рядом с задушкой. А? Что там за ним идет, скажи мне? Я не знаю, но я вижу, что пора. Я. А, он значит на меня заходит. Я не вижу, где мы заходим. К наземке, к дыму иди. Я иду на него. Андрю, ты ему в лоб идешь? Нет. Я у него слева. Так, подожди, а вас это что-то много, я смотрю. Сзади двое, я смотрю, у него. Не пойму, он у самой земли, что ли, идет? Миша, крылышко помогай вправо-влево. Махнул. А еще? Махнул. Вон, не перед тобой. Передо мной пара идет. Да, вот давай. Это не эти самые. Один мустанг, за ним Андрюха и все мы, короче, идем за ним. Блин, да что ж мне не догнать его? 600 скорости, я не догоняю. Сейчас он задохнется, сейчас загонишь. А тут один вверх лезет. Андрю, ты у него на 6? Я у него на 6. А нет, слушай. Там Андрюха, клевер. Андрюха, да. А я думал, это этот самый. Мишаня. Я за такой говорю. Я уже боюсь вырезать вот эту тюрьму. Попал Андрюха. А, это он ракеты рассекнул. Какую-то нашу наземку тоже штурмуют, ребят. Слушай, да ты себе. Чё? А, ну вот здесь мустанг летает. Андрюх, помощь нужна? Пока нет. О, блин, чуть не столкнулись. Аккуратнее. Я ручку от себя дал, я увидел.
Нифига себе, он по мне еще шмаляет. Андрюха, гаси его. Да. Андрюха, бей его, он мне сейчас собьет. У него уже одна пушка и не работает. А в него Андрюха попадал. Да ладно, не Все. Буду забивать. Падает, да? Кто упал свой? Ты упал, Андрюха? Это я лошара. Ай, ну Андрюха. Ну давай, доедайте его, пока он не свалил. Не буду его добивать, пускай он упадет, тебе запишут. Да он не упадет, у него крыло, крыло дымится, он уйдет. Добивай его. Он целый. Да не, он сейчас грохнется, подожди, Целый он, у него крыло одно дырявое, бей. Да, блядь, человек старался, а мы сейчас килл стырим. Да он сейчас сядет. Думаешь? Я же еще пару попаданий сделал, он летает, вообще не дергается. Мустанг он дубовый. Он за круг, он сейчас должен грохнуться. Скажи. Бейте, 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 не ждите, как грохнется. Он не грохнется. Захожу. Он ждет, когда мы грохнемся все. Он Андрюха грохнулся, он ждет. Сейчас еще кто-нибудь грохнется. Ну что, мне зайти, что ли, опять? Или сейчас я уже подлечу. Еще один. С этого долго, да, давайте. У меня уже рука так и тянет на гашетку. Коля, тебе говорят, добей. Ты молчишь. Давно добил. Я сказал, что лучше завар какой. Не завар, вернее, а Олег, он же... О, похвастал. Ты давай бей, он сейчас пилду уже пройдет. Фига, сколько что там надо-то, блядь. Да он целый еще. Но вы че так долго его издеваетесь над человеком? Избавьте его от мучений уже. Подошел из пушки, бахнулся. Выпусти тоже, закрылочки, не спеши. Или из пушки бахнем. Ух ты, блин, чуть не столкнулись опять. Не-не-не, я ушел. Вот это белый дымит, да? Да, да. Иди помоги им, а то не... У меня совесть не позволяет подойти. Это спит или я мустанг? И так уже одного сегодня украл, мустанг. Блядь, мустанга проблема убить, блядь. Он спит, крутится. Ребята, нет, что? Нет, но он же по прямой не летает. Давай я зайду уже. Сейчас я подлечу как раз, и вы его убьете. Есть! Ну еще не все, давай, давай. Да как не все-то, блядь, у него там вообще да, все. Да нифига. Ты ж видишь, летит. Главное вправо его не пускать, отсекайте ему домой ход. Тут уже филд недалеко. Так, я так понимаю, у вас уже быка, наверное, йог, да? Раз на меня, блядь, покажу, блядь. Давай, покажи им, как он стреляет. Да. Еще далековато еще до стрельбы. Вот он, наверное, там ржет над вами. Да, я только хотел сказать, наверное, там полетит, угорает. Скажу, чуваки, походу, без прицелов летают. Попал? А нет. Вот,
наконец. Или нет, нихуя. Так, подхожу, тихо. Разойдись. Сейчас будет мастер-класс. Да все, уже я ему отстрелил, все, блин. Но он падает. Летит? Ну, его там кусочек отвалился хвоста, блин. Летит! Да им пофиг. Нифига себе, живу. Все, падает, блядь, я его пробил. Да его все уже пробили, блин. Нифига себе, вот этот классный трактор. Все, у меня БК кончился. А у меня БК дофига, я сколько не стрелял. Ну ладно, на наземке постреляем. Где он вышел? Он дисканул. Это вон. Чтоб не записали. Да. Жалко. Когда диск делаешь, тогда не записывает. Записывает как наземку. Где я возвращаюсь? Ну а ему смерть пишется. Да, ему смерть пишется, просто тебе в графу не пишется. Победу. Так, где остальные? Куда все делись? Я вот штурмую наземку. Хочешь, поучаствуй. Не хочу. Я хочу, блин, вот там нашу наземку штурмят. Вторую и третью? Вторую? Не, первую, да? Первую нет, мы же тут... Через нас надо проходить на нашу первую. Скорее всего, третью. Третья это в Анапе. Да. Я оттуда пролетал, когда радио орало, никого не было. Так, а что, вы все ушли? Без меня то меня оставили? Вот наземка одного? Да. Молодцы. Подожди, я тут, Олег. Но я тебя не вижу. Да вот этот Кургин летает над наземкой. Наземку ты видишь, что он дымит? Два белых квадрата, а на одном из них наземка. Я знаю, что она тут, но надо ее просто обнаружить. Обнаружь, пока меня не обнаружили. Ты высоко летаешь? Да 1000 метров. А филд видишь? Ихний. Чей филд? Ихний. Конечно. Ну это немножко северо-западнее. Прям совсем немножко. А, вон она, вижу. Горит. Андрю, ты подойдешь? Я взлетел уже. Я всю мелочь выбил почти. Тебе все жирное оставил. Я сейчас на грибу пишу две и буду кружить тут. Ага. А чё этот хрен-то не подсоединяется больше? Ну два раза сбили, кому понравится такая хрень. Сейчас ну нахер. Настроение себе портит, надо глядя. У меня этот. Я бы себе тоже уже поехал в ванную вены скрывать. Как он называется? Я такой, меня если обижают, я все, мне бзык, я еду в ванную вены скрываю. Соседу? Себе. Я думал, соседу. Не, себе. На ванну, чтобы на не испачкать обои. Хорошо, хоть не вешаешь. Тепленько. Да повесить я не смогу, я ж на коляске. А. Тепленькой водички это самое лучше вытекает. Да, да, я потому туда и мотаюсь. Слушай, тебе знаешь, что надо делать? Тебе надо на коляску сзади такой шток повесить и петлю, чтобы он как бы... Добрый ты, посоветовал. Коля, а еще лучше скажи в школу, да? Не, просто понимаешь, он говорит, он отмазывается, блядь. Я говорю, на коляске не могу, блядь. Так будьте, пожалуйста, делитесь, пожалуйста. Это можно как угодно, блядь. Ой, что-то я близко подошел, уже зенитки на меня лупят. Ты на наземке, что ли? На целом? Я к целу, блядь. Да. А высота? 1000 метров. Вообще что? О, взлет! На север пошел, к озеру. Взлет. Забирайте его. К озеру пошел, говорит. Ага, Жень, к озеру. Отсюда к озеру, понял, ну, да? Где? Да я понял, но я пока не вижу. Идет к озеру. Сейчас на желтый квадрат зашел. Идет левее к наземке, я так понимаю. Так, вы там поаккуратнее к наземке.
А, наблюдаю, все. Забирайте его по-быстренькому, пока он меня не забрал. Тоже вы же знаете, я же сразу же вены пойду скрывать. Он меня не заметит, а то вы меня потеряете, я вены скрою. Коля, отлично, не идешь на него? Иду, но я, видишь, я пока развернулся, я далеко. Если он сейчас меня не заметит, я зайду ему в шею. Так, у меня пушка кончилась, я его вижу уже, блин. Я к нему в шею. И он меня видит тоже. Ну хорошо, иди от него, а я зайду сейчас. Не, ну я подсвечиваю. Станк. Опять тот же, что ли? Нет, его нет. Да. Ну если такой ник быть поменял, тогда тоже. А, вижу вас троих. Вы втроем там, да? Друг за дружкой. Блин, Жека, я чуть по тебе не попал. Все, я ухожу, я пустой. Валите его на бок. Блять, ёбаная башня, блядь. Или уж, да, блядь. Чё, врезался? Да чё ты врезался? Сука, вокруг неё специально меня водил, блядь. Блин, я его потерял, блин. Пока на вышку смотрел, потерял. Вот он, вижу сзади. Я уже сам себя перекрутил на 6 спид. Ну, свой хвост увидел, давай, что ли? Короче, ты его снимай. Подожди, я только наверх улей сейчас. Блин, ну вы, блин, даёте там. Вы чё? Вы ещё проиграете ему. На закрылках. Я не смог уже на закрылках, не смог его догнать. Довернуть на него. Он вверх идёт, Жек. Это я вверх иду. Он за мной, да? Не понял. Блять, это я за тобой. Иди ты. А я на тебя пошел, я его потерял. Блять, я вправо пошел. Ну и где он тебя, блядь? На 6 ищите, раз потеряли. Я вот смотрю, блин, не вижу, кто же на 6. Это такое дело, если потеряло все, значит уже на 6. Да, Жека, по тебе, он снизу тебя под тобой стрелял только что. Понял, все, разгоняюсь. Ага, он на тебя. Ага, идет. Ты, блядь, вот снимешь его или что делать? Или пропускать буду? Пропуск. Опа! Опа. Жень, видишь, его на таком ракурсе-то проходит. Ты, конечно, не это самое, не попасть. Ты вверх тащишься. Он по тебе лупит. Ты не можешь выйти? Блин, выдаю тебя. Дали. А. Да вот я сам закрутился, она закрыл так. Еще раз скажи. Где, куда подойти? Они севернее филда ихнего. Я домой уже ухожу. Ты крутишься, ты прямой ты летел бы, Жень. Не надо так делать. Он видишь, у тебя тачки. Севернее ихнего филда, по районе озера, Андрюх. Давай, убивай его, я вверх пошел. Ну все, я его пробил. Но он пошел вниз. Ну добивай что-то. Добивай. То, что попал, то это, блядь, не значит, что его добить. Вот он закрутился у земли в змейке, в лес пошел. Блин, как красиво стекла сделали, офигеть. Где он, Коля? Блять, потерял в лесу. Подо мной внизу где-то. Блин, потерял в лесу. Я к наземке подошел. А, это не наземка. Это какие-то маячки красные горят. Ну это, блин, столбы идущие какие-то там. Да, это что вообще? Нефти добывающие. Куда? На аэродром. А там филд рядышком, конечно. Куда ему сваливать? Ну я его не вижу, чтобы в районе филда был. Я спустился вниз, думал, может он наверх полез.
Влез, 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 Сава, влез. Не видит? Я вот сейчас к вышке опять возвращаюсь к этой. Женя, я уже никуда не возвращаюсь. Наверху вижу кого-то. У меня лампочка горит. Андрюха подошел, наверное, уже. Помогаю. У меня лампочка, ЖК, все, пошли на филтр. Пошли, хуй с ним, блядь. Нет, ну если у тебя есть топливо, что ты пойдешь? Оставайся. Не, у меня основное топливо, блядь. Клевер здесь. Ну а где он? Где он? Не искать. Клевер подошел, оставь на земке, останься. А, ну останусь, хорошо. Да, потому что у меня топливо вообще, лампочка горит вовсю. Я еще, наверное, хрен перелечу уже. Да лампочка, там это 80 литров, блядь. Достал экономичный режим. Тут 50 знает, километров до филда, легко летишь. От Новоруса ты спокойно долетаешь, блядь. На лампочке. Слушай, в городе, или это Андрюх спустился? Нет, я не спустился, меня... В городе, вот тут среди домов летает передо мной. Блядь. В городе здесь каком? Городов много. А я даже не знаю, пальцем, какой. Пальцем покажи. Назва... Если... Или название если города. Если откроешь планшет... Пальцем покажи, блядь. Пальцем покажи. Вокруг наземки три населенных. Чё, рядом с филдом, что ли, скрин? Да, да, да. А ты что там делаешь, не пойму? Ты же сказал, на филд пошел. Ну, на филд, на филд ты пошел. Да. Я развернулся, решил. Или ты пошел, блядь, в Сочи. У него ж топлива мало, он сел на, сесть на эти. Слушай, ну я-то улетел за филд вообще-то. За... А, ага. Он, короче, он на Крымском, да? Ой, блин, все, пиздец мне. У меня 6. У Крымска. Блять, ну ты, блядь, нашел где, блядь, под зенами, блядь, сейчас я иду туда. Иди. Ну я далеко, Коля, я... Выходи оттуда к наземке. Да я уже, блядь. Тянусь, тяни сюда. Да подожди, тяни. Ты какой тут тяни, блядь, ёпта. Прострелили мне... Ноги, ноги прострелили. Да. Тянуть нечем. В нулях, да, Коля? В нулях. Так же на Крымском? Нет, конечно, отошел. В какую сторону хотя бы отошел? Скажи, куда отошел, да? Да, блядь. Не знаю. К как озеру ты... отошел, Алексей. Да, я не знаю пока, я в нулях. И не знаю. Ну, в ноль, спуститесь, посмотрите. Он пусть приподнимется, увидите. Сейчас видно, что хорошо. Блядь. Олег, у тебя тоже FPS прыгает, блядь? Да вообще, у меня сейчас 43. 41, 42, 43. А у меня тоже так же, 46, 42. Ну, это я на филде, а... Так-то, когда вы... Высот... Так я над города, в нулях над городом летаю. Ну вот, да. А загрузка и карты, нет. И этого... Процессора 43% всего лишь, и карты 55%. А, блядь. Ладно, давайте с Колей попрощаемся, пока он живой. Да. Жаль, что мы руку пожать не можем. И не обнять даже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну всё. Зараза. Игорь, мы попрощаться успели. Эх, блин. Да, от Крымска недалеко где-то был. А, вон, блядь, где ты упал, блядь. Ты, блядь, уже Крымск отлетел, блядь. И я... он там, да? Да, Андрюха, видишь дым, Андрюха? Здесь. Нет, я смотрю... Здесь. Так, Крымская смотреть. От филда, короче, от Пихнева в нашу сторону. В сторону нашей наземки, смотри. Ага, сейчас. То есть в сторону нашего филда. Вижу, 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 блин. Я там рядом как раз был, надо же. Вот, короче, а я уже улетел. Он подо мной как раз все это было, я как раз... Эй, вот... Андрюх, ты мог спасти его. Да ну как бы я спас, если он подо мной был, я не видел. А я над городом тут. Ты, блядь, тут зены по мне уже, блядь, так далеко вроде, блядь. Так, ну я вижу его, я вниз слился, я вижу его. Он обратно к аэродрому отходит, к своему. А я от аэродрома иду, но я его пока еще не вижу. По мне зены, блядь. Так. Что там за зены, блядь? Я не знаю, он будет садиться, наверное, сейчас. А может быть и нет. Смотри. Он идет. В нулях идет. Так, подожди, это мы с тобой разошлись сейчас. Я пока никого не видел, блядь. Я ни с кем не расходился, блядь. Фух. Валите всех, короче, увидите. Это спид. Нет, у меня... Я сейчас меня со спидом закрутился. Это беда, Андрю. Со спидом крутиться нельзя. Крутиться, да.
От Сапсана заводи, вдвоем разбирайте его. Так я не вижу Андрюху, бля. Подойдите, состыкуйтесь. Блин, над наземкой, над наземкой. Это я не могу точно утверждать. А, вот кого-то вижу. Зеленые крылья, это мусталка. Кого-то вижу, сейчас подойду. Да я знаю, как мусталка. Не, ну, понимаешь, бывает, что кого-то не вижу. Так, я отошел от него, он идет за мной, ну, блин. Я точно не могу сказать, кто это такой. Ну, с пятатом характерно видно, винт такой, да, прям, круг. Вроде бы мессер, черт. Мессер? Да, по-моему. Там друг друга не побивайте. Да вот тоже. Мустанг. А мустанг был? Дохожу на мустанга, да, камуфлировали. Вот, блин, по тебе, да, стреляют. По мне стреляют, да, все-таки мустанг. Попутал я. Рамсы попутал? Давай. Блядь, я влево. Сука. Влево заложил. Притянул, блядь, нахуй я. Ладно, сейчас мы его накажем. Жестко только наказывайте. Да, ну а как? Только так. Так, где вы, блядь? Что-то я опять похерил, блядь. Здесь, здесь. Блин, ну ты воюете. А, вижу, все, вижу. Давай, мы в противоположных стоим в виражах. Я в левом, он в правом. Ты за ним? Угу. Аж скулы сжал. Угу. Если догоню. Кайт. Хорошо бы не пустить его. Смотри, подонок, я сейчас, блядь, у него справа. Да не пущу справа я его, блядь. Если он будет скоро сбросить, я его, да, пролью, я справа, блядь, его буду щемить. Он, зараза, к своей полосе. Бабуин либо он вечно у меня убегает. Ах ты, блин. Я, блядь, нахуй на силу смотреть не пришел бы. Он вверх пошел. Он уже, да, и по мне зены открылись, а, блин, надо на скорость выходить с виражом. Уходим. Блин, ФПС аж 30 даже, ё-моё. Да-да, уходим, я же говорю, подтверждаю. Если что, уходите, я буду сейчас на второй цели, я туда бомбу тащу. От второй, не к первой, мы же возле первой, Олег. Нам бы здесь бы хорошо было. Ну, если вы справитесь вдвоём, то я просто сейчас на... Тащу бомбу на вторую. Он, видно, на веке ушел бы. Да и по мне что-то. А, попало чуть-чуть зениточка, блядь. Так, он сел, чтобы он нам спину, блядь, нахуй. Ника, ты вылетел? Тихо, по-английски куда-то отвалил опять. Я просто перед собой кого-то вижу, не пойму, кто это. Очко немножко сжимается. Как бы штаны не испачкать. Так, парень, да, давай, давай, сейчас сделаем. Так, я опять подошел с первой цели. Я над нею сейчас. Я ее не штурмую, а просто набираюсь на нее. Я сейчас тоже подойду. Как бы надо взять за правило, не уверен, а так. В смысле? Да? Ну я так, ну, раньше делал, блядь, а потом получается своих сливаю. Да ну ладно. Свои простят. Это уже, да, и от своих умереть не западло. Ну да. Зато потом чужие будут бояться. Только сегодня вот
потерял окоп, опять же. Так, ну по-моему, кто-то из наших к вам пошел. Есть кто-нибудь стоящий, который пошел на первую цель на их? А, ты? Значит, я тебя вижу. Я тебя на 3 часа. На 3 часа я. Олег. Да. Давай на форуме напишем, ну, фиксу спасибо, выразим. Да, ему сказали парень уже. Не зря старался, чтобы стимул был. Да ты можешь прямо сейчас ему и сказать. Он стрим смотрит. А вдруг уже не смотрит? Ну, один кто-то висит. Не прибавлялось, не убавлялось. Понятно, да. Ну ладно. Можешь целовать. Да не, молодец, спасибо, конечно. Потому что до этого и с маркерами, и без них было что-то, что то. Ну да, я вчера прям был раздавлен. А это как бы золотая середина, самый оптимальный вариант. На данный момент лучше нельзя сделать. Вот такие маркеры всегда и были на Дюнер Скайс раньше. Всегда такие дела, что точка, она чуть-чуть серее, чем это, чем вот просто цель без маркера, и все. Как бы сейчас это как вполне сейчас играбельно и... Ух ты, блин, у меня мустанг на 6 ядрен, батон. Я на второй целью. Крадется. Ты на второй на земле? Да. Побежали, а я на первой, что ты не сказал. Не, ну он говорил, что он планирует ко второй пойти. Все. Ну, Олег, мы в этом и не сомневаемся, но и мы хотим. Тоже принять в этом участие. Ну видите. Тебя он уже сколько набил. Ой, блин, кто-то второй подошел. Ой, еще один мустанг, ядрен, батон. Они друг на дружку заходили. Видишь? Ноль над лесом. Ноль над лесом? Да. Ты знаешь, где Тарасов Сапсан, да? Ну, примерно, да. Помню. В сторону кораблей щимимся. Там да. Разберемся. Тащу к вам на встречу, только в ноль слетись. Ну, как нули слились, да, чтобы увидеть. Так, а чё я вас не вижу? Стрельбу видите, по мне стреляют? Нет, Олег, пока. Так, мы далеко еще, наверное. Ну и всё-таки в нули же стрелялись. Ай, блин, больно. Давай, наверное, всё-таки лучше я выше, потому что ты когда увидишь, скажешь. Я спускаюсь вниз тоже, блин, я на 1000 метров. Ну, у меня 700 сейчас. Так, я пропускаю, он уже близко. Как эту вторую цель найти? Там какой-то зеленый. Так, он свечку сделает. Вижу. Видишь? Так, далеко? Это он вверх? Да. Сзади еще один у меня. Ты далеко от второй цели отошел, Олег? Блин, я до нее просто еще не дошел. А, вот так вот? Да. Я сейчас возле второй цели. А я этого возьму, Олег. Забираю я-то второго. Попробую. Пробитие, конечно. Андрюх, немножко на запад попробую. Все, увидел. Бегу. Я нашел. Так, вы не дошли прилично. Помоги мне, я что-то так пробить. Я пробит, они выше, чужие. Ну я вижу 2 контакта. 3 контакта. Один высоко. Ну, Сапсан бьет там одного, а второй меня бьет. Или садится, я не пойму, что он делает, блин. Где он есть? Он садится на вынужденного. Ага. Я его выебал, блин. Так, это наш. Так, захожу на мустанга. Ты его потерял, что ли? А, он все разбился, да. Так, заходит мой мустанг, заходит на кого-то в нулях.
Налево смотрите. Смотрю, не вижу, блядь. 6 заходят сейчас. Ага, за мной. Сейчас я сниму. Не дергайся, не дергайся сейчас. Я уже близко. Так и идите по прямой. Он меня не видит. Все, убил. Убит, все. Че, пойдем первый. Вы грузоружки летаете, что ли? Я тоже. Это. Первого нашел мессер, а второго нашел Фока. Андрюх, ты за мной это был, да? Ну, это. Я вот. Да нет, я сейчас за Фока иду. Ну вот ты, это ты за мной. Понятно. Все, пошли на первую цель доедать. У меня лампочка. Так, белая. Переключаю, хватит. Вы меня слышали? Да. Идем на первую, да. Ну вы того завалили? Ну, я никого даже найти не успел. Я завалил того, Олег. Я же его сразу с прохода убрал. Ага. Так, кто вниз, кто вверх пошел? Что-то вы разошлись. Ну, да, мы разошлись. Я вниз пошел к первой цели. А, да, там прямо в населенном пункте. Мы уже на первый опять оттянулись. Нет, название какое. А, блин, даже не знаю. Мы визуально знаем, как где она находится. Да, я могу пальцем показать, а так не знаю. Квадрат идем какой. Да то же самое. Да на карте квадрат один. Андрюх, я битый, я если что буду делать ноги, я сильно битый. Хорошо, я здесь уже все подхожу, я вижу тебя, как ты уже что мало. Давай, по-быстренькому добьем тут 7 целей. И валим отсюда. Я сейчас подойду к вам. Я что-то чуть-чуть с курса сбился, пока баки переключал. Ага. Махнулся, что ли? Нет, я просто разогнанный был сильно, я знаю, что на такой скорости не. Некорректно стрельба выходит. Блять, все-таки этого Флоперона сбил, урода. Он меня. Я его тогда сбил, а он меня сейчас. Ну это месть была. Мстя. Да. Я его 23.05 грохнул, а он меня в 23.18. Так это он тебя там сбил. Да, он взлетел и. Так, я чуть западнее на землю. Ага. 1500. Хорошо. Оставить танк тебе, Андрюх. Оставь. Это да, машинку даем, там машинка где-то была еще. Надо же, как он ко мне подкрался, вовремя оглянулся. Так что если оглядываться, то все видно хорошо. Все, Андрюх, уходим. На вторую, да? Да я битый сильно, но сходи пока туда. Я пойду туда бомбу возьму. Только оглядывайтесь, они там видишь, они выцепляют. Мишаня, ты что за синий зашел? Тёк. Кто? Раптор. А он вышел из нашего ТС. А высота? Высота, Миша. По нулям. Да не далеко. Откуда примерно ведешь? Ну, пойди. Андрюх, вас там двое. Андрюха. Тихо, Олег. Ты видишь его? Я вижу, да, это место. Нет, стоп. Вас там трое. Кто-то еще сверху пикирует. Это спидфар, понятно, ухожу. Сапсан, а ты где?
Я первая иду. Первая, давай, давай. Под тобой, под тобой, под. Андрюх, убегаю, у тебя там двое. Трое. Ё-моё, Андрюха, наверху еще. Уходи, Андрюха. Давай, один и густ. Давай, на скорости. Подожди, а это кто? За мной, блядь. Блин, собака. Беги, 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 не оглядывайся по прямой прям. Чуть вверх-вниз, вверх-вниз. Никаких рулей вообще не трогай больше направления. Да 600, разгоняй его. Я тебе не помогу, я битый. Я сейчас не зайду, понял. Андрюх. А, вот. Хорошо, давай. Скажешь, я тогда могу развернуться. Не надо, так и иди. Да я иду. Я говорю, когда будет возможность, могу развернуться. Не надо разворачиваться. Точно не надо? Не надо, не надо. Я ему захожу в 6. А то проскочишь, он же на фоке. Я снизу пытаюсь его догнать. Ну, если он вдруг в сторону уйдет, скажешь тогда. Хорошо. Пока не надо. Я под ним. Сейчас секунд 10 буду стрелять. Что-то у меня возникло такое желание дикое на корабли сходить. Не желаете? А с кораблей пойти вторую вырезать. Догоняешь его, я вижу, делаю. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не спугни. А то услышат. Вот сука, блядь. Увидел. Самый последний момент увидел, блядь. Андон. Увидел, да? Все-таки. Ладно, разворачиваюсь. Ну уходите, вас там было четверо, я видел. Да нет, ну нам сейчас надо этого скутфара наказать. Я ж тебе говорю, он там не один. Да он здесь один уже, Олег. А, далеко, далеко увели? Нет, 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 Андрюха. Там еще трое. Там еще двое. Слышишь? Слышу, слышу, слышу. Три у тебя шесть. Все, Андрюха да уже... Это шесть, это я на него запишу. И у тебя шесть, но трое у вас. Не понял. Хорошо, уходим тогда. Теперь уже не уйдете. Кто же вас теперь отпустит? Попробую, блядь, у меня сейчас на кого-то на проходе. Вот в лобовую, блядь, не попал, сука. Чуть солнце долго поднимается. Потому что там второй на меня согрелся, блин. Блять, потерял, блядь. А, вон он, сзади, блядь. Далеко, блядь. Я своего тащу, Олег. Ты как? Я на посадку захожу. Захочешь на посадку? Да он не догонит. Уходи. Request taxi to runway.
Вот это я его в лоб. Блин, я, Олег, сейчас сохраню. Я еще не видел, чтобы так спиты разлетались, как от ракеты, блядь. Да ты что, лопнул? Видать, ты ему хорошую жменью всадил. Взорвался, блядь. Ух ты, еще один за мной, блядь. Ёб твою, да они заебали, блядь. Рано радовался, короче, да? Я на фоке приноровился в лоб их, блядь, только так кромсаю, блядь. Что, этого в лоб ебать попробовать, или ну его нахер, блин? Второй раз не прокатит. Ну да. Да он и близковато, понимаешь, я пока развернусь. А, ну конечно. Андрюх, ты где? Вот, я вверху, он внизу. Уже недалеко от аэродрома, я с ним решил закрутиться. Давай, подходи. Видишь или нет? Не-не-не, за мной тоже, я тоже спита тащу. Понятно. Понял, хорошо. Севернее филда. Миш? Да, взлетел. Так, сейчас скажу, где я. Ты, блядь, я насколько севернее Анапы, блядь. Так, севернее... вижу, у кого-то 6 у кого-то. Возле аэродрома 6 плотная. Я далеко от аэродрома. Я слишком на север улетел. Я недалеко, со спитом здесь кручусь, в правом вираже. В сторону Ростова, блядь. Ты смотри, блядь, а он на меня падает, сука. Андрюх, только бомбзун, тащу, не крутись. Тащу. Нет. Я когда вижу, что заливаю, я ухожу. В противоход и вали. Я пока солда не вижу, я на ремонте. А, вот вижу. Филд уже у тебя километров, наверное, 5. Справа, понимаю, справа. Да, вот я ж это и хочу. Разгоняйся, уходи. Идет? Идет. Идет, хорошо. Просто уже так близко, что я его не вижу. А, вот он. Плотно, Андрюха. 200 метров он за тобой. Где нафиг? Севернее филда. Вон уже Зен уже начал. А я взлетаю, ёб твою мать. Да недалеко, вон, забирай его. Я сейчас только что от филда тоже отхватил. Вот. Здесь филда. Где он? Вот Зен бьет, он над тобой. Надо мной сейчас? Да, заход. Пикирует. А, нет, все, развернулся. Блин, а, мне подожди... бы его не потерять. А, ты сейчас к филду развернулся? Да, где он? Все, он побежал на восток, по нулям. Прям перед тобой, чуть слева, смотри, по нулям. Слева, спустись, разгоняйся. Нашел? Пока нет. Блин. У тебя прям покус должен быть. Справа смотри. Вижу справа, да. Пониже спустись к земле, чтобы незаметно подкрасться. Так, ну что, бомбу опять не брать, что ли? Или взять? Как бы слета есть... веду с севера к Анапе. Если что, может встретят кто? Так. Конечно, встретят сейчас. А, к Анапе. К Анапе, к аэродрому, к нашему. А, к аэродрому. Копи.
Женя, кто с севера идет? Вот это он, он. Такая точка маленькая. Я с севера иду, за мной спид. По низам? Ну, сколько у меня? 600 метров. А, блять, это парашют, ёпта, это не ты, нихуя. Я, сука, сейчас, блядь, развернулся, попью в лоб бы, блядь. Но он близковато. Не надо, не рискуй, беги. Я пока развернусь, он уже меня, блин, прострелит. Нету так. Никого около филда. Ты фил, ты вот что не видишь? Блядь, летает мустанг. Бегло село, блядь. Стало. Двигло, сейчас. Оля! Да. С севера захожу на филд, он за мной сейчас будет. Прикрой. Бля, Жека, я тут с мустангом, ебаный урод. Я сейчас запущу и взлечу. Да ты пока я это, с мустангом я уже выпрыгну, блядь. На юго-востоке, блядь. А, у тебя уже встал движок, да? Движок встал, да, недалеко, блядь. Да не про контроллер, перегрел чуть-чуть. Да я долго на МВХе летел от него, блядь. А, радиатор надо было открыть. Да, открыл. Я же говорю, вот этот глюк ихний, блядь. Было 80 температура, 85, потом бах, и сразу уже, блядь, 100 с хуем, блядь, нахуй. Вот этот глюк ихний, понимаешь? Так, я от мустанга уёбываю. Сука, высоты мало, 300 метров всего, 350, блядь. Так бы я спланировал бы. Завар, ты над филдом висишь? Нет, я еще не взлетел. А кто висит на филдом? Не знаю. Блин, просто так хорошо идет за мной этот спид, этот мустанг, блядь, визибли прям стелится. Сапсан, ну ты один идешь. Тебе для одни взять. Да я знаю, он меня бросит. Я сейчас уже это, буду на вынужден садиться, потому что это... Не дотянешь? Не, ну прям, все уже. Прям совсем близко. Скорости это. Пиш взлетел около аэродрома. Всю электрику выключил, блядь, чтоб... Если что... Нет, он за тобой. Тут кто-то вроде тоже низко прилетел, над тобой сейчас. А далеко от филда вы? Севернее, прям рядом с филдом я вижу кого-то. По нулям. Низко, да? Прям, да, по нулям. Я все же, я сел на вынужденную. Сейчас я подниму. Так, Коля, не долетел, наверное, километра полтора до филда, блядь, с севера. Ну не полтора, ну два с половиной вот так. Двигло стало. А я, сука, взлетел, начал к тебе разворачиваться, мустанг, блядь, мне навстречу, блядь. Превышением, падла. Так, а я тут на севере, что-то не вижу никого. А ты высоко? Там я видел в нулях. Я в нулях. Сейчас я звук убавлю. Блин, нас. Я возле озера. Да не, ты это я тут ковыряюсь. А ты возле озера? Не могу, да не. Отойду. Задел. А кто возле озера тут есть? Да вот я видел кого-то, это, может быть, Спитфайр есть. Где он, блядь? Где-то на севере кого-то я видел. Я сейчас да. Сейчас подбегу, посмотрю. А ты где? Ну вот я бегу сейчас туда, в ту сторону, где я кого-то видел. Ну что да, я все сделал. Северный чел, да? Здорово. Привет. Здорово. Привет. Не вижу, наверное, бежал. Я подпрыгивал возле филда вверх. Я сейчас бегу на север от филда. Может, он недалеко убежал еще? Нет, я здесь вот возле озера на севере, никого вообще не вижу. Андрюха, а ты где? Я сейчас взлетать. А где именно? Северный филда. Высота.
Блин, ну я здесь летаю. Вот он атакует. Кого? А это от озера, блядь, далеко, я так понимаю. Да. Рядом с филдом северный. Возвращаюсь. Рядом с озером, буквально рядом с озером. Да я вот рядом с озером. Высота какая? 500, говорят. Не вижу никого. Я тоже не вижу никого. Я вот сейчас озеро прохожу, поднимаюсь вверх. Вот пикирую такая филду. Восток в левом вираже. Вижу вниз кто-то по... А, вижу. Это над городом, блядь. Кто-то над городом? Я видел зеленым кто-то. Завар, ты там тоже летаешь рядом, да? Да. Вот правее бери. Все равно не вижу. А он куда-то пропал, блядь, его тоже теперь. А, вон, слева. Ну ты добьешь его, да? Добился. Ну, он дымит сильно, черным. Все, походу, упал, да. Красава. Ага. Может, кто еще есть? Да ты один вроде. А кто сейчас влево разворачивается? Вот на фокус захожу. Ага, вернее не влево. А меня справа видите? Ты ушел дальше вправо, да. Найдите меня, я вас отведу ко второй цели. Влево разворачиваюсь. Перезаряжусь. Ну ладно. Хотя давайте мне покажи. Подожди. Подходи к северной стороне полосы, прямо на взлет. Ну давай я вас подожду. Садитесь. Зачем садиться? Подойди к полосе. А ты по земле идешь сейчас, да, Миш? Я вот Мишку вижу справа, а теперь тебя не вижу. А, вижу, ты сзади меня. С севера идешь. Далеко. От озера ты идешь, да? Завар? Не-не-не, я. Нет? Возле первого города, который. Блять, кто-то у озера висит, блять. Не пойму, далеко очень. Озеро на севере, я имею в виду. Понял? Я понял, я вижу, да. Южнее Канады. Твоя любая зема. Я побежал. Зема бьют по югу. Свел, да? Да. Не вижу. Они уже не работают. Так, а кто севернее над филдом? Парочка, я... друг за дружкой, друг под дружкой. Не знаю. Я на южной стороне филда прям. А вот я вижу, там пара друг на друга висит. Один заходит в филд, другой выше. Это ты сзади идешь? Я нет, я вот подошел с запада. А где? Севернее? Да, южнее. Южнее? Вот около филда. Ага, все. Зену стреляли. Да, зену по нему работает, я на него скажу. Это по мне, он на меня заходил. Зены косые, блядь. Кто мессер стреляет, промазал? Нет. Да. Завар. Чё? Кто упал? О, красава. Так, у тебя 6-6-6-6 своря. Бля. А, нет, это своря. Нет, спит еще целый. Еще один спит здесь, значит. Это упал мистер,
какой-то. А. Спит уходит на восток от огня от этого, где упал. Нет, я его бросил. По нулям, я за ним бегу. Курс. А, вижу. Видишь? Он влево стал. Три контакта. Все правильно. Право. Вот, я стрелял по нему. Зайдешь? Я сзади. А кто на высоте? В кого он сейчас стрелял? Вниз падает спид? Да, он нижний. Что, еще кто-нибудь есть из наших? Помочь мне? А Миша где? Кто на флоте? На флоте кто? Я. Я тут подо мной подскочил, потерял его. Он, мы сейчас над озером, чуть-чуть севернее озера берегового. Ну, вот я вижу, ветер вниз переворачивается. Попал чуть-чуть. Все, убил. Пока. Отлично. У меня надо сесть тоже, что-то мне как-то непонятка. А мне его записали уже. Про Олега 4 включены. Да. Он сразу видит ПК, блин, чтоб снаряда никто не тратил. Ну да. Просто потерял управление. Так, вас там двое, аккуратнее. Опять что чужое? На севере кто-то сидит постоянно, блин, над озером. Вот тебе помнишь, где? Миш? Да. Вот над тем озером. На севере посмотрим. Да, я видел. Далеко постоянно висит атака. А, есть, да, кто-то по нулям, да. Да, по-моему, спецфайер даже. Я буду первый. Ура. Я пока разворачиваю. Вот я, блядь, увидел, а вы первый. Ну, я одну посадку заходил. Я-то с щитами летаю, я по-быстренькому. Не, кто-то со ножками. Свой, скорее всего. Да, свой. С ножками и с шестями. Не стрелять? Охрута. Готовит посадку. Это фока. Сдалека заходит, посадку готовит. А ты снизу подныриваешь, что ли? Ну да, пытался. Хотел сюрпризик сделать. А своим что-то как-то не по кайфу. А вот что-то вверх полез, не пойму. Так, ну что, садимся, берем бомбы и на вторую цель. Я не буду бомбу, я взял мессер, а что-то... Ну ты прикроешь. На мессере разобрался. А то меня там выцепили прям на цели почти. А что, Андрюха, притих, Андрюх? Мустангом хочу. А. И молчит, чтобы не отняли, да? Да, ну к кораблям приходите. Жестко очень. Фока не стал сзади. Я напрямую, на старт. Да. Дес на мустанге залез. Блядь. А Дес все время на мустанге. Ну да. Ну не все время, они. Сейчас тогда вечер. Да сколько времени-то? Ну, время. А, у вас же московская? Ёпта, 19 часов. Вам хорошо, у меня час. И зато все подъем, блядь. Кто-то микрофон жует. Я его крутил, блядь. Mm.
Что-то штатель заходил и что-то не подключился. Так, вешаю бомбу. Сколько синих ты, блядь? Да нормально прям. Request rearming. Copy. On the starter. Спать, блядь. Copy. Шторм на Либерти летает, блядь. Жесть. Тут так каждому свое. Да. Патроны заряжаем на месяце. Надо все разобрать. Че там брюхо там живой? Нет. Убили тебя? Да, зены, жесткие там зены. Не успел я уйти оттуда. Давай, Андрюк, с нами. Бери бомбу, пошли. Блять, у нас такой снегопад башен, я занимался на 10 гараж, блядь. А потом вечером дождь пошел, блядь, а сейчас минус 6, жопа. Ну у нас такая же хуйня. Блин, они... Потом снег, блядь, а теперь мороз, 7 градусов. А нас ветер с камнями. Это, а ты где живешь, Олег? В Волгограде. А, да, у вас какой-то жаркий жопа. Блин, нашу первую цель тоже крабят. Чуть я даже в раздумьях, куда сходить лучше. Чего ты говоришь, Олег, шаг на 9 часов, да? Да. Не получается, 2400, шаг на 9 часов. Я попробую, блядь. Ровно 9 шаг, да? Да, да, ровно 9. Получается 2500. Если 1.8 надув, то получается 2500 оборот. Ну топливо жрет, я вот тогда долетался, блядь, ёпта. Олег, куда пойдем? Ты летаешь все время в этом режиме, да, Олег? Да, если по прямой, то в этом режиме. Если крутиться? А если крутиться, я ставлю на автомат и все, кручусь. Понял. А это я летаю на большой скорости, просто меня не догнать. Если они меня увидят, я просто летаю по прямой. Чуть-чуть подворачиваю влево или вправо, меня никто не догонит. А ты летаешь тоже на шаге 9 часов? Не, взлетаю на 12. А взлетать можно на автомате, Жень, что ты, блядь? Так, ну чё, кто? Кто пойдет? Да, почему? Мне все равно как взлетает. Почему? Нормально взлетает? Ну, лучше на ручном. На ручном легче, конечно, да. Ну быстрее, легче, просто, скажем, быстрее. Правильно. Быстрее. Поднимается более резче. Ну чё, кто пойдет на вторую цель? Ну пошли. А вторая цель — это корабли? Нет. А нахуй я на корабли прилетел? Бомбу берем, Олег, тогда? Я уже. Так, а кто с нами еще хотел посмотреть на вторую цель? Где? Пойдешь ты где? Над аэродромом, правый верх. А, вижу. Я разгоняюсь. Я сейчас тоже влечу. По Орлёшке бегу, на север. А я буду по полосе на север. Андрюх, догонишь? Мы, наверное, пойдем. Да. Ну что, пошли? Давай, Завар, я за тобой. Только вязались, они стоят на травке, то эти два мустанга, они меня выцепили почти на полпути. Сейчас мы их... Снизу крались, вонючими. Изи. Господа, товарищ. Женька, ты в отпуске, что ли? М? Ты в отпуске, что ли? Да. А ты охуевший. Догуливаю. За тот год еще. Я еще думаю, что ты летаешь, блин, так. Самое наглое. Плюс праздники новогодние были.
Женя, ты можешь мне денег кинуть на телефон? Угу, хорошо. Просто на карточку, на телефон. Я понял. Сапсан, ты плотно, да? Да, да, я за вами. Олег, куда ты будешь бросать? Пока не знаю, как зайду, а чё? Могу... А, блин, это же мессер. Не знаю, что-нибудь жирненькое. Я ладно, не... давай на колонну машину. Давай. Ты уже вылетел? Интересно, да, просто. Да. Опять я сел на вылюжную, какому-то мудаку меня записали. Якобы он меня сбил. Ну вот. Все поражения вот у меня 4 из-за такой хуйни. А, нет, один раз меня запыхашили. На взлете, блин. По-моему, сюда раньше такого не было, я не помню. Боль, не помнишь? Да надо ремонтироваться. Старый... Я последний день ремонтироваться начал. Нет, я же сел на вырожде, понимаешь? А, в поле? Ну, не долетая аэродрома, да. 2 километра. Не, ну это тут без... Тут уже никуда не денешься. Без вариантов. Да. Смотрю сейчас назад, на фотке пропал такой темный угол сзади. 6-6-6-6. Меня? Сука, меня мусор. Вот они здесь ловят на нас, блин. Куда он делся? Вверх. Лево, вверх. У меня, сука, нет алерона, правого алерона стрелил. Повторный заход делаем. Падает. На крайнего левого. Нет, передумал. Сейчас я его, блядь, сделаю. Заход. Да я, сука, без алерона с ним кручу. Пошел вверх, опять, на борт. Ладно, я сбрасываю бомбу. Блядь, там еще один. Там двое, там спидфайр еще. Сука, без алерона хуёво управляется. Че, бомбу выбрасывать и возвращаться? Зачем возвращаться? Ну... Убираться с мустангами? Ну, в смысле, где-то ушел вперед. А вы где, в каком месте? На полупути, да, ко второй цели, над лесом. Так, я попытаюсь домой отвалить, если получится. Потому что без элерона хуёво управляется. Андрюх, вы низко? Ага, все, вижу. Так, а кто упал? А, это наземка. Короче, на второй наземке, над нашей моя. А, вон кто-то на меня заходит, блядь. Меня 6. Бля, это я, Сапсан. А, это ты? А где они есть? Блядь, не знаю. Я думал, это... Российскую тут. Новороссийскую? Да. Мустанг высоко, второй контакт под ним ниже. Сука, с иконой ебучей. Это ДС. Это ДС, это ДС. Они всегда убегают. ДСу напишу, ДС, блядь. Не будешь воевать, какого хуя сюда ходит? Сразу по съебам, блядь. Сука, надо было себя был на фотке, блядь, я бы его догнал. Миша вовремя сказал мне, не сказал, он меня полностью срезал бы. Ну да. Надо, я говорю, всегда надо глядывать, даже на филде. Да я знаю, я всегда оглядываюсь, а сейчас что-то, блядь, да пиздеть надо. Толпа большая, и сразу расслабон появляется. Ты сможешь закрутить этого мустанга? Мы над городом, Андрюх? Да вот они уже подходят к аэродрому. А, даже к аэродрому? А высота какая? Блять, а я высоко падаю. Смотрите, под землю не попадите. Ну я бы не дыхание. Ну, далеко. Да, далеко. Очень далеко. Очканул. Там сейчас. А, возле ихнего филда, блин. Да. Да, они на вражеском. Я не люблю, блядь. Вот они, бздуны.
Ну, не говорю, кончено это. В принципе, самолет целый, только элерон отстрелян. Ну, иди ремонтируй все, чё. Все равно бомбы-то повыбрасывали уже. Отходите, я не завезу своего жила. От филда еще взлет идет. Сейчас пойдет к вам. Сажусь, у меня ручка полностью влево завалена, блин. Ну да, на малой скорости он чувствительный. Сзади у меня Мустанг. Я над водой. Примешь. Поможет кто-то? Ребята, Spitfire подходит к вам, осторожно. Я промазал, блядь. Оу. Блять, а где все-то? Кто сейчас разбился? Олег, ты? Ой, не, Андрюха. Да. А дальше что? Дальше новый самолет. Нет, я имею в виду Берги. Я там с третьей цели, где корабли. Блять. Ну оттягивайтесь домой. Пиздец, он эти зрители убит. Здесь их, блядь. Конечно, там пасутся сюда, вот в корабле. Нет, я имею в виду, филда я тут прохожу их. Толпа, как таракана, блядь. Где сейчас разбился? За Андрюха. За мной группа в полосатых купальниках, блядь. С полосатыми крыльями, блядь. Ой, тут смотри, парусник. Его нельзя так ёбнуть, нет? Над заливом, что ли? Не убивает здесь. Так, ну я съебываюсь от них. Сейчас буду набирать высоту корабля. Кто-то идет вдоль побережья. Сейчас надо Десса стрим закусить и смотреть, где он летает. Его цепляют, да? Они хуебут, да? Пойму, идет или не идет за мной. Какое-то шоу я видел, блин. Боже, шоу, блин. Блять, хуй знает с какого расстояния, блять. Это Spitfire, скорее всего.
понимает, что он догнать не догонит. Пугает, пугает. Да, не пугает, а рассчитывает, что вдруг пулька упадет, движок выше. Вижу маркеров, да. Слушайте, я его вижу маркеров. А он стреляет, блядь. А другой... Да, а другой ближе летит тихо, знаешь, как бы по-тихому, блядь. Подкрадывается. Да, 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 да. Подведи его под кого-нибудь, чтобы его ебали. Ну, их видишь двое, мустанг. А где вы, где вы? А у меня побережье с правой стороны сейчас будут корабли. Эх ты, ты там еще? Ну, естественно, за мной двое идут, блядь. Видишь, один отвлекает, блядь, и один уже отстал. А ну, беги, беги. Пусть он лезет за мной, блядь. Это высоко? Нет. Беги в сторону нашего филда. Я уже спустился на 700 метров. По горам идешь или по берегу? По морю, вообще по морю иду. У меня скорость 600. У меня даже ЭВХ не включено. Ага, отстали, а нет, а Куся не отстала. Это нет. Трое за мной, что ёбаный в рот. Сука, двое отстало. У меня корабли на 9 часов, а я дую. Один упорно идет, блять, ты посмотри. Он вообще меня догнал, ёбаный в рот, блять. Ой-ой-ой-ой, блядь, пробил. Как же я тебя проебал-то? А ты где, заварочный? Я на наши... над началом гор бегу к тебе. Давай на встречу к морю. Вижу, по тебе стреляют, да, сейчас? Да, да. Ты пробил мне, блядь, весь как пицца, сука. Этот, получается, был другой, потому что этот пикировал, похоже, догнал. У тебя в сторону дома идешь? Да, 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 да. Все, я пойду. Ты его сбил? Да. Алло. Да. Вижу. Я подниматься могу? Да, да. Нифига со мной контакт идет на 6 ровно. Ты чё? Чего? Да, есть кто-то, есть. Один дальше, другой ближе. Вот завары вижу, мне в лоб идет, блядь. Да. Вот ты, блин. А чё ж ты мне говоришь, что мы с тобой... У вас там трое. Я около Анапы. Твою мать. Блядь, я... А при чём же тут Анапа-то? Блять, я тягу скинул, хотел развернуться. Беги, сейчас попробую в лоб пугануть его. Там их двое. Пробился чуть одного. Олег, куда мне подойти? Это над морем. Над морем, да, в сторону дома. Беги. Мы в сторону дома идем. Все выбито, блин. Один очень близко, а другой чуть дальше. Беги. Я этого ближе немножко отцепанул. Я сейчас возле мечети. Вы еще Вот, Андрюха, теперь в море смотри. Ага, посмотри вправо, ну, в смысле. Вот, мечети, сейчас к мечети подлетаю. А тебя не вижу. А вот по мне лупят, смотри, красная трасса, это по мне. Так, я второго потерял, блин. А он за мной идет. Вот я, возле самого. А, все. Андрюх, они у тебя рядышком прям. Нули прям. Ноль. Ноль высота. Я уже к мечети они подошел. Под тобой, Андрюха, под тобой. Их там двое за ним. Двое, блядь. Ты пикируешь, да, Андрюх? Так, ну это наша кука. Наш? Кука первая, а за мной там, блядь. Понял. У тебя пока чисто. У тебя 6, ёпта. Да, Андрюх, ты повесил 6 уже. Ладно. Хорошо. Не на того зашел. Ага. Так,
было. Сейчас я развернусь. Он и упал, он не упал. Не, его записали. У меня не прицел, нихуя нет. Он упал в воду. Очень хорошо. Прикиньте, и мне его записали. Вот это читерюга. Так, это мессер прошел. Да все свои. Сука, блин, погрызли меня всего, даже воду вижу, блин, похоже, через крылья. Во, причем прямо, ты посмотри, как они меня гнали, блин, а? Ну да. Так, а там два контакта, это наш. Я немножко западнее. Вот, да, да, да. Это я. Кстати, у кораблей кто-то висит там около километра высота. У наших? Ну нет, корабли эти. А. Ну там они всегда висят. Блин, мы так до второй не дойдем сегодня. Так если их там дохуя дойдем. Для тем вы где? Да, в районе нашей третьей подходим. У нас же подранки есть. Ну куда тогда, ко второй, да, сейчас выдвинуться. Ну пойдем хоть с кусового. Ох ты, я семерых настрелял, обалдеть. Фига ты, маньяк. Я маньячила, не маньяк, ты чё? Ну чё, второй, Андрюх? Давай, пошли, ладно, я без бомбы так. Да я тоже с кусовым поработаю. Так, радио. Правило вертикально вверх, как выстрелил тут. Так, ты один идешь, Андрюх? Да. А Бер где? Я тут заряжаю. А. Так, а это ты ли? Это, да, это я, Фока, это не ты. Я к Фоку иду. Ну, в сторону дома. Не тащишь никого за собой? Ну, смотрю, я не знаю, что остался висит. Да не, их всех повырубали. Ну, один утонул, одного сбили, да, я так понимаю? Ага. Ты же, блядь, жадный, это пиздец, да. Да не, я просто, когда ты шел, я ему в лоб пробил чуть-чуть. А в этом бою он просто тупо не удержался и упал. Мне его записали. Я больше в него и не стрелял. Так я говорю, что он жадный, понимаешь, они меня говорят втроём. А, они жадные, я вон ты меня жадным обзываешь. Нет, жадные. Они да, я добрый, добрые и не жадные. То, что ты жадный, мы знаем, мы про это не говорим. Не, я просто маньячила. Да, да, да. Маньячила, он выше сидит, бился. А, тот? Потихо пора лечить электричество. Да? Насколько Apple любит играть в это, и то уже недавно. Это не нормально. А что за игра такая? ДКС. ДКС. Какая игра? А, да он, по-моему, чуть по другу говорил. Это Blue Flag, я говорил, серьезно. Современная реакция. А, вон что. Его там, его понесло, блин, даже я говорю, Apple вот тот... слова не сказал, блядь, я даже удивился, обычно он там тоже любит. Да, он же там летает, он с Мишей. Надо ведь тебе далеко? Да нет. А тут ты пол сказал, что это ненормально. Это болезнь. Слышишь, а где? Где вы есть, а? Мы на вторую пошли. Подходи. Я иду. Только осматривайся, они на трафике стоят наверху, где-то все. Я понял уже. Да, скорно. Андрюх, ты в высоте идешь, да? Ну, высота была полторы, сейчас сливаюсь. Тысячи две, да, у тебя? Сейчас полторы. Ну, я тебя вижу. На землю видишь уже? Да я вот рядом уже видел. Сразу по зеленому упасть.
Я у тебя сзади. Нет, ну, сразу я не буду, я сильно разогнан. Надо у Деса спросить, почем резина на Мустанге? Блин, ну я с мессера здесь не могу штурмить, я все время тут врезаюсь почему-то. Потому что мессер — это не штурмовик. Да. Если ты не знал еще. В реале редко очень использовали так. Че, Андрюх? А, понял. Там скорость огромная. Я же говорю, вот. Я на таких скоростях не захожу никогда. А если зайти. Нет людей, Андрюх, тебя Зены могут пробить. Нет, не пробивают. Ну ты Зену убил, Андрюх. Я знаю. Пацан, подойдешь? А то я что-то подзехиваю одного тут. Да я уже вроде где-то тут, сейчас найду. Видишь, отпарюсь в этих целях. Городочки, блядь, перейдет. Да не говори, пиздец, жопа. Пазлы какие-то, хуй поймешь, куда. Вот там стрельба какая-то около кораблей, блядь, бобу кто-то кинул. Блядь, там горит? Да-да-да, горит уже. Три Зены горят. И Андрюха догорает. Как? Тлеет. Ну подойди, а то я что-то очкую. Ага, пусть по тебе постреляют, да, Гертон? Так, я кого-то вижу немножко южнее, не ты ли? Да, я, наверное. Ну тогда разворачивайся. Да-да-да, на полторашке, да? Не-не-не. Влево, влево, на юг уходи. Фу, на север, ну влево. 2400? 3400. Бля. Беда, беда. А кто это тогда? Подходи быстрее. В нуле спускайся. У меня походу мустанг тут. Да, Муся. Я могу найти наземку эту, где она есть нахуй. Блин, убегаю по лесу. Он сверху. Спустись пониже, может ты увидишь тогда. Спускаюсь, Олег. Спускаюсь. Он с превышением. Ладно, братцы, еще блин спать. Давай. Ты по лесу идешь? Да я только спускаюсь. Где это наземка, что я только видел. Я твою тень сейчас видел. Ты где-то прям прошелся. Нужен прям сильно нужен. Так, куда идешь? Я над наземкой здесь воюю с ним. Да походу сейчас я его сам съем уже. Съедает ты что? А, он на тапочке становится. Без походу. Да? Ну, а наверное. А нет, ну наземка, ну наземка еще здесь. Ну его поведение он так лезает обычно. О, задергался. Что порнулся. Так. Ой, блин, их тут двое. Да, я точно, ты с этим склоном. И ты рядом тоже летаешь. Я под тебя завожу. Да я не вижу вас. Трое, ядрен батон, вот тут я попал. Блин, плохо, что ты не видишь. Да я понимаю. Я тут в гараже в нулях, блядь, хуярю, блядь. Ты наземку не нашел, да? Я уже спустился, я хуй так найду, блин. Вижу вторую цель. Подходи, Миша, завар увижу. Ай, блин. Кого-то одного вижу, кто эфир тянет. Кто на две с половиной лезет? Не знаю, я вниз спустился. У меня 500 метров.
Так, у меня 6, я второй с рундома отхожу. В нулях дали? Да не. Набрал? Ну, вроде одного я убил. А, нет, блин, опять их трое. Да что ж такое-то, а? Твою мать. Трое за мной, да, опять, в сторону дома. Ты что, видишь? Я на вторую цель падаю, я их не вижу. Блять, а. Думал, вроде отвел их. Где же вы есть? Вот я на тысячу, блядь. В сторону дома бегу я. А я понял. Твою мать. Ай, блядь. На второй цели у меня 6. По нулям. Друг или друг. Блядь, толпой собаки. Ты уже далеко отъел, да? А, вот, кого-то вижу. Четверых должен был видеть. Они трое за мной. Да нет, а я не того, не тех вижу, блин. Блин, я вот начало гор лес наш. Который перед Анапой? Да. Перед солдом, да, который. Вот там я вижу, кто-то дымит. Там зены по кому-то бьют. Где наша наземка? Ну, почти, наверное, там, да. Но еще нет, не долетел туда. Высота? Да ноль, я прямо скребусь лес. Уже фил скоро будет. Ну, не скоро, но... Подхожу, блин, с севера. Пока не наблюдаю. Я наблюдаю, стрельба там. Над Анапой. Вижу, ты мячик. Над Анапой. Над Анапой наблюдаю. Олег говорит, где-то там идет. Ну не над Анапой, над лесом. Над горами? Да, да. Где ж вы есть, пойдем. Какой-то город перед собой вижу. Но не Миша не видит, я не вижу. Да, вторая цель. Так ты же сказал, около нашей Анапы. Не-не, наша вторая цель уже где-то здесь. Бля, только говорил, возле гор наших. Ну, наши горы, да, здесь же. Бля. А дымный кто, блядь? Ну, наверное, у меня трое плющут. Нет, он идет на восток, дымный. А. Дымный, по-моему, чужой уходит, да? Да-да. С севера подхожу к холду. Телеронов нету. Это Муся дымная. Сейчас мы его добьем. Блин. Блин. Все, сбили. Да как они бросят в траве, Андрю? Ну они все быка в меня высадили. Да плохо. Севернее филда, северо-западнее. Траве по нулям.
Да, по нулям. Увидите, там огонь, это я догораю. А, ты упал, да? Ну, конечно, да, понятно, втроем. Понятно, я понял. Вижу север, восточнее. Два контакта летят. Их там три. Три мустанга. Два мустанга вижу. Не-не-не, смотри, там должен быть третий. Я погляжу, кто это. Ну, скорее всего, детство с ним втроем летают. А может, нет. Я сейчас подойду туда. Ты сейчас разошелся с ним? Кто, я? Нет, ну вот кто там мустангов видел? Да, точно, Дес. Это был Дес. Я вижу, я на нижнего захожу. Он меня видит. Аля, дымный мой мустанг догнал его, блядь. Ебал с тридцатки, блядь, и он опять летит. Они сейчас будут убегать, они пустые все. Пускай убегает, я их встречу. Да не, я про Десу. Да, они меня закручивают вдвоем. Андрю, ты далеко? Сейчас я подойду, да, я... Нет, недалеко. Ну, я пока просто еще не пойму, где наша стрелка. Да, Андрюха, бей все там, толпа их. Ладно, хорошо. Четверо. Но... Я буду как действовать, как всегда. Потом будем разбираться. Да, потом, да. Да. Я взлетаю тоже. Если что, отбегай к филду, я взлетаю. Ухожу к филду, затягиваю к себе. Давай. Ты сейчас ниже них? Да. Понял. Правда, они не пошли за тобой. РБК нету. Давай, разворачивайся, разворачивайся. Разворачивай. Нет. Какая спешка. Надо было тебе подольше их подержать. Мне? Нет, вот Бир, да, или как? Да. Вот. А я не знал, что ты рядом. Теперь их догонять трудно. Иди направо, левый вроде. Хорошо, я направо левого. Пойду. Да. Да, раз, да. Хорошо, падай же. Ты налево пошел. Я направо пошел. А кто налево пошел? Не знаю. Их там трое просто. Я двоих видел. Передо мной Фока идет налево. Не догнать их. Да, не секунду, они сразу щемятся. Ты сука, блядь. А, это спиты, блядь, нахуй. Че, уходит они оттуда, да? Было бы неплохо. У меня опять элероны открыли правой, блядь. Я муста одного убил, а потом два спита напали около ихнего новороссийска. Один раз попали, опять мне правый элерон. Крутится, левый на меня пошел. Вы прямо возле филда уже вообще? Андрюх. Ну, в районе, да. Кручусь. Помогай, Андрюх. По одному не воюйте, помогайте друг другу.
вертолет заходит. По-моему, Фокан. Беру второй мустанг. Олег, здесь их много. Побери. Не просто много, их дохуя. Да, рядом. Отойти не сможете? Да нет, но если они... А, у вас на шести уже? Бросим их, сможем. А где примерно, я подхожу тоже? После аэродрома, рядом. Ну зря вы там, конечно. Уже с аэродрома стреляют землю. Да, отворачивайте. В районе второй цели идите. Кто там над аэродромом? Да, суки, они так и идут за мной. А ты где? А я к аэродрому уже к своему подхожу. У меня элерон отстрелили, я тут чуть-чуть неудобно. Аэродром он кого-то смелит. А вы над Новороссом? Ты прям подходишь, шагнул, я просто далеко уже, еще. Олег, ты меня пошел? Да, да, да. Вот, покажу, на Анапу прошел. Я бегу. Ну они это, они далековато от меня. Ты успеешь до дома найти? А? До дома ты дойдешь, успеешь? Конечно. Они вон, короче, пошли к нашей розетке, два контакта. А какой? Третий? Ко второй? Окей. Третий. Давай, блин, бросай. Бросайте, давай по берегу, третий на земке. Только на корабле не нарвись. Да? Вот. И радио заговорило как раз. От филда не ты идешь? Я, это я. Не, от нашего филда. Да, да, да. Сбили что ли тебя? Нет. Вы же вроде у них воевали на целом. Да не, я только взлетел. А с кем что-то? А, Шторм, ты! Ты тоже шепотом говоришь. Ты спитов не видишь? Не знаю, у меня не работают эти маркеры. А их отключили. Заходит на позаду мустанг. Что там, Шторм, никого не видишь? Нет.
Че, Андрюх, ушли? Ну, так я ушел, да. Я над аэродромом ухожу. Уходите по берегу, тут где-то с пяты отходят домой. На берегу. По нулям. Мы не на России. Я их не вижу, где они есть. Шторм, ты не нашел их? Опа, есть, на третьей цели. Да. Я же сказал, туда пошли два конвоя. Я видел. Ну я там пролетел, их не было, не видел. Они низко пошли. Да. Они с материка пошли. Кто-то разошелся. Тоже взлетел? Я ремонтировался. Начали рона стрелять. Кто у кого на шести? Шторм, ты? Нет, я иду. А, это два спита, друг за дружкой. Они уже подошли к ней. Да, они уже штурмят ее. Ух ты, блин, я сейчас... А чё это он с шассими летает? Один штурмит, другой кроет. Если с шасси выпустят. Даже люк этот. В него попадаешь, у него шасси выпадают. Они реально выпадают или просто видимость? Скорее всего, да, так как кажется. Визуально-то выходят, да. Но я имею в виду, интересно, они действительно, ну, замедляют. Так, кто-нибудь подошел, нет еще? Я подошел, но я никого не вижу. Я немножко в море сейчас буду пикировать на одного. Пикирование, спидфайр. Бля, промазал. Шесть летает. Где-то еще второй есть, я его не вижу. Подошел, шторм? Я подошел, но не вижу никого. Я тоже никого не вижу. Ну как так, вы что, в море, посмотрите. Я себя кто-то на попу сел, блядь. Охуеть. Так он еще не разбил. Пробил одного. Сейчас запущусь. Ну, ты сейчас закипишь, дружок. Ты что творишь? Закипел. Я же тебя говорю. Олег, написать надо, а не говорить. Не, ну так долго висит, кто же будет висеть-то? Горит, что ли? Да, все. Второй еще есть. Блин, вот я сегодня монстрил, ё-моё. Меня надо связывать и в сортир закрывать. Так, Если он тебя атаковал, то он тебя не бросил, он найдет за тобой. А где? Где? Ну я далековато, но захожу на него. Сейчас буду атаковать. А высота какая у вас? Олег, мне сейчас... Пустите монстра. Ага,
Все, Атас, я подхожу. Он у меня на 6, оказывается. А ты молчал. Я тебе сказал, да? Мы все слышим. Да? Чего, я говорю, он за тобой пошел. А-а-а. Нет, я подхожу уже, заходишь. Ну давай, бей, да, по прямой лечу. Скажешь, как бросить. Он бросил тебя. Все? Да, разворачивайся. Так, там по воде тут тычок крадется. Мустанг, Андрю, ты справишься с ним? А то мустанг, я мустанга срежу пока. Я убил, скажем. Убил? Отлично. Смотри, по морю мустанг крадется. Я в шести у него сейчас. Сейчас буду немножечко убивать. Меня Зена сейчас самого не убьют. Ай, блин. Олег, дай мне. Я и так много засыпал. Ну, Андрюх, я уже на 6 у него. Ну, я слышу. Ну, жадничай. О, блин, да. Я не попал в тебя? Нет. Нет. Я увидел там кто-то перед тобой. Вообще, жесть. Без предупреждения. Ну давайте, ладно, бейте. Я сегодня норму пятак перевыполнил. Я видел, я же просил. Давай. А то я чуть-чуть из пушки своего сейчас не убил. Не столкнись, аккуратнее. А нет, он сейчас упадет. Все. А я же говорил. Такой высоты под таким углом. Да, ну. Надо. Странные никакие. Что он надеялся? Я это уже на себе испытал столько раз. Я знаю. Так, у вас там двое, да, сзади, друг за дружкой? Пит наказан, мустанг сам себя наказан. Так, трое, еще кто-то подходит от гор к вам. Чуть выше. Но у меня интернет отвалился. Да ты че? Хорошо, меня слышали? Я... Вас четверо, шесть сверху с моря. Понял. Я к наземке. Я их ладно, парень, я пошел, все. Барин, давай, ага. Это мустанг выше. И с гор еще один идет. Пара плотно с гор идет. Собирайтесь возле наземки. Там хоть зен... А, это парашют. С гор никого нет, значит, где-то наверху сидит кто-то. Видите его, не? Я его сейчас потерял тоже. Это я спеку мотор поставил вам тут. Ага. Ну все. Где-то наверху остался. Чужой, по-моему. Он на вас заходил с моря. А, вон он, да. С кем-то сейчас разошелся. А, вижу, с кем разошелся. С... Он наверху остался. Мустанг наверху, вы друг на тут заходите. Я лучше сейчас отойду в сторону, потому что я его не вижу. Он над вами чуть в море. Набирайте. Ворот включим. Блин, да это не мустанг, это фокус что ли, я не пойму. Пойду проверю. А чё он-то так пикировал агрессивно на вас? Ну да, свой, по-моему. Олег, тебе того мустанга записали, который упал? А я ж его не стрелял. Вообще не стрелял? А, я не попал. Нет, у меня как было 7, так и осталось.
Дай на штурм. Забрал. Сейчас посмотрю. Да, вы же там вдвоем лупасили. Я ни разу гашетки не успел нажать. Высоко? Так, у меня высота 1400. Я в районе нашей третьей цели. Блин, время 2, мне по садиться. Ну сейчас я топливо доработаю. Молодец, конечно, это там самая удачная сейчас настройка маркеров. Так они включены или нет? Ну они такие, очень-очень щадящие. То есть их почти незаметно. То, что надо. Да, то есть видно, какой крафт точно, а то бренд жирный, такие были, что не поймешь. Такая муха на экране, свой, чужой. Самое плохое, что не видно, он удаляется. Да, не да. Не либо он тебя за тобой идет, либо что. Да, в момент она исчезает. Ну, этот момент наступает вот, когда она выходит из зоны 8-километровой зоны. Я вас потерял, вы где? Я пошел на их. Так, подходит, сообщение пошло. Где-то они здесь. Я понимаю, так сообщение, просто идет сообщение, оно не конкретизирует какая-то первая, вторая. Да, да, да. Возможно, на второй, возможно, на третий или первый. Может быть, они первую доедают. Так, а кто у меня тут на высоте? Мустанг, что ли? Андрю, твоя высота, Андрю? Моя высота 2400. 3400? Да, 2400. А, 2400. За кем-то иду на север от моря. Я от моря иду в сторону второй наземки. Вот, наверное, ты. Попробуй чуть резко вверх дерни. Yes. Ты в правом, да? Вот а, все, это ты. Так, а сзади у меня кто? Фока. Ну что, где эти бздуны? Да вот тоже, сам хочу найти.
как бы я уже не уклоняюсь от боя. Ты вниз пошел? Ну немного, да. Нет, там нету штурма на второй ряд. Я у филда их не. Семь 21-25. Да они где-то просто наверху летают. Я кого-то вижу над городом, который вот за филда. Севернее филда над городом. Скорее всего, вот он и есть. На него срабатывает. Двое. Вот они десятся. Пришли к нам на филд. Зашел? Да. Да. Ну, давай, они севернее филда на высоте 4000. Вот они здесь в опасай постоянно сидят. Говноеды, ага, мустанги. Да ну, Колорадо. Вот они сейчас к Тете подходят, в гараже стоят. Третий цели? Да. А я на второй. Давай сейчас спущу, они слишком высоко. Спущаюсь, я их спускаю, это второй ангел. Вижу вас, да. Они за тобой не повелись, Олег. Не пошли? Пошли. Но там кто там под ними еще? Может быть, это с их не банды. Ну их трое. Так, стоп. И один из двух на него строят заход. Ну не знаю. Они наверху остались? Они наверху остались, да. Также на четырех. А вообще не знаю, ты знаешь, вот просто. Я вижу троих. Я вижу. Ну это ты, три мустанга, да. Да. Вот они трое. О, четыре даже. Четвертый может быть это я тогда. А. Значит, тебя шесть. Либо ты выше их. Нет, я самый последний. А. Четвертый. Значит, ты самый верхний. Нет. Я далеко от них. Они идут сейчас в сторону Новороссийска. Ты вижу, они все, они обостались опять. Я таки остался на высоте 4000. И я сейчас даже набираю. Потому что они текают, я их не догонил, понятное дело. Олег, вот летаю здесь и каждый раз вспоминаю про БЗС. Че знаешь? Ну, про БЗС, что, ну, как-то вот так вот. Не то, чтобы резко перешел. Нет, ну, перешел, можно сказать, резко. То есть я не прыгал туда-сюда. Летал там, потом здесь сразу. Я имею в виду, чем больше я здесь, тем больше у меня уже укрепляется. Уверенно, что, скорее всего, туда я уже не вернусь. Не знаю. Ну, уже ощущения не те. Просто будет там неинтересно, наверное. Сейчас, тем более, как получишь это, что тем более самолет американский. Вот ты его изучишь, то вообще будешь там... кайфе биться, хотя бы взлет посадку с этого авианосца. Да, это сила. И сейчас вот ВЗС, ну ты знаешь, да, что напоминает? Пивотан без ручки. Ну да. То есть ты понимаешь, да? Ну, о чем это, ну, к чему это терминология? Не нужна никому. Ассоциация. Нет, дело не в том, что чемодан без ручки, то есть... И использовать уже его нельзя, и выкинуть жалко. Да я вот уже подумал насчет удаления с компьютера его. Чем он место занимает тут? Ну
да. Он же тяжелый тоже, да? Ну да, конечно, вес имеет, там сколько карт. БЗС, БЗМ, БЗК. Надо удалить, блин. Хоть освободиться. Я тогда виртуального диска добавлю лучше. Кстати, у тебя виртуальный диск стоит? Андрюх. Андрюха. Я думаю. Так. Они опять вернулись. Опять вернулись. Стоп. Сообщение. И я вот. На третьей наземке, Андрюха. Они на третьей наземке? Цитирую, да, штурмадер. Да не может быть, нет, они пошли уже... Да другие, Андрюх, ну что же они одни летают, что ли? Понятно, понятно. Так что, третья наземка, да? Да. У меня такая высота, КЗ. Да я сам был на пяти, сейчас сливаю. Пока не вижу никого. Да, все, вижу. Тут двое. Либо один наш. Да, один наш. Штурм, ты? Не знаю, я вижу. На третьей, по нулям. Нет. Ну, Олег, ты разберешься или не выходи? Спидфайр, мне нужна будет помощь. А да, иду дальше. Он меня, походу, не видит. Пробил, пушка кончилась, блин. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Он на фокус заходит, курс нашел. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Они высоко. Achtung! Кто сейчас выше? Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Понял, все, понял. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Блин, ну ты выпрямись, я не могу дальше что сделать. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Бать, вот на фоке такие вещи твои, я на мистере не могу этого сделать. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Это оно точно собьет, так. Пробил, да. Где это у вас? А вот прям на третьей силе, над городом. Нули. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Да что ж я попасть не могу. Ну уходи на скорость, ну что ты делаешь, фока? Олег, сейчас я дойду. А, он закрыл какой-то кажет, ну как он так... Пробил, ты, Андрюх? Да. Красава. Ты вот ты сейчас подставишься. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung. Ты тобой идёшь. Да нет, я вижу, Олег, я всё контролирую. Если что, я скажу. Achtung. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Ну что, не бить его?
Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Ну нет, ты и заходишь, он заходит, Андрюха. Ты сейчас даже одичаешься. У меня топло заканчивается уже. Не, ну бей, елки-палки-то. А что ж такую информацию варить? Закажу. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47. Еще один спит, Андрюха. Понял. Все, уходим домой. Такая это. Сейчас. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47. Да тут два, три спита еще жахнул, Андрюха. Жахальщик. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. У тебя шесть. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Все, можешь добивать. Второго снимаю. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. А, тут еще и Мустанг, векторный театр. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Так, шесть у кого-то, кто вверх? Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Bravo, можешь? Бросил. Achtung! У меня пока нет. Ты меня снова пулеметчик оставил чуть-чуть. Андрюх, ты где? Того с этим дымом. Еще не убил. Ну, Олег, у меня одни пушки остались, пару снарядов. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Mehr? Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Все бросил. Все, разбился. Ага. Разбился? Ну, в смысле, это он. Я понял. Achtung! Мустанг на тебя заходит, лоб. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Мустанг на тапочке встал. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Блин, я понял. А, вон он бежит. Эх ты, блядь, сгнарул дышок. Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in ZQ-47 erkannt. Ist schon.
Может, попадали? Чёрт, кого кто убегал? А? Тот, кого убегал? Да ты чё, убегал от нас? Когда меня одного били втроём, а потом щеманулись втроём. Мы не втроём щеманулись, а вдвоём. Ну, били меня втроём. Так, все, я пустой. Строп, я отхожу, посмотри, я чистый. Фу, тут я сегодня настрелял. Да, но я тоже уже троих. Включая тебя. Да один на один бы я порвал бы тебя. Я увидел, что вас двое, мне пришлось трое было, а? Запнул, бежал, я всю уже помню. Выстрелил красивый. Давай. Ну и все, пробил. А изначально мы с тобой закрутились? Да. Ну вот видишь, я уже там все уже было готово. К твоей смерти. Второго смотрю, второй уже подходит. Ну мы изначально тебе. Нет, там вот этот. Я потом смотрю и третий, думаю, ну ё, первый театр, да. А с первого будет скоро, офигенно, Конан, блядь, Блэк словил землю, купился, а у меня, видимо, на взлете я хвостом на тормозах передержал, долбанный хвостом, я, короче, травму отвалился. Так, чуть перегрузку дал больше, но... Ну да, это все по-серьезному. Так, Андрюх, я все, я спать. Ну, Олег, дождешься-то, ну, я имею в виду стресса, пока не выходи. Ты что, все там воспитай гоняешь? Да. Обалдеть. Мы теперь друг без друга, можно сказать, сроднились. Блин, ну вы даете. Это... почти любовь. Нет, ну я вот сейчас Конану все приготовил, он его пробил. Я говорю, ну давай, работай, я типа держись уже на 6, отрабатывай маневр. Ну он держался, прыг. А, это который в воду упал? Нет, сейчас. Я вглубь, как территорию оттащил подальше. А, это вас загнали, да, к филду, да? Филда, да, у филда Конан пробили, а я потом сбил там весь. А, понял. Да Amazing, жадный был такой, на филд приперся. Не, а что нам еще было делать? Только бежать. Но мы прикрывали вроде дружку немножко. Да Андрюх меня подвел, взял и в землю впоролся. Мы же вдвоем шли. А, тут я смотрю, что вроде было двое. Ну, Андрюха, да. Ну, если бы было двое, мы бы не стали, я бы не стал разворачиваться. Я просто не смотрю, один был. И я говорю, ну, пойдем повоюем. Achtung! Feindliche Flugzeuge über unsere Truppen in DK-9 erkannt. Подвел меня, конечно, Андрюха. Achtung! Ну, а ты о чем сейчас, Олег? Я... Да вот, когда мы штурмить пошли с тобой на земку, а ты в землю. А. А, это там вас двое, но там я даже не видел. Ну, когда вот радио потом за мной погнались. Сейчас подойду. Так, не понял, меня подали, не подали, уж отремонтироваться, что ли? Ну ты сбил там, Андрюх? Нет. Мы ударились. А, ясно. Столкнулись. Подружились.
А маркеры на максимальном удалении лучше видно или как? Да не, ну сейчас как бы не маркер, точка маленькая-маленькая стала. Зато хоть через мотор не видно теперь. Хорошо стало сейчас, вообще обалденно. Как бы видно тоже далеко уйдет, километров 5. Если всматриваться, в своем горизонте видно, а чуть ниже уже сложнее. Ну, в общем супер сделано. Ну что, не ремонтировать-то, ё-моё. Так, ну если не ремонтировать, значит нечего ремонтировать, правильно я понимаю? Ну, я думаю, так, наверное, да. Дэс, на связи? Ну, он отошел. Хотел сейчас у него спросить по поводу, это действительно так? Ну, как бы, скорее всего, да. Все-таки. О чем? По поводу Тава в июне месяце. А что ты думаешь, он больше себя знает? Он то же самое, скорее всего, прочитал.